Привет, друзья! И снова мы вместе. Известно, что итальянская кухня нравится абсолютно всем. Но для того, чтобы ее попробовать, необходимо пойти именно в итальянский ресторан. А для того, чтобы приготовить вкусное итальянское блюдо, нужно зайти обязательно в специализированный магазин и купить продукты, которые, возможно, стоят не так уж дешево. Мы с Сандро, моим мужем, и я, Ирина, теперь вы уже меня хорошо знаете, решили развеять этот миф о том, что невозможно приготовить итальянское вкусное, причем блюдо, из российских продуктов. Мы находимся в Тоскане. Кто не знает, где у нас Тоскана, возьмите карту, итальянский сапожочек, ткните пальчиком прямо в коленочко этого сапожка, и вы найдете нас. Мы живем в Ливорно, это портовый город, и кто путешествует по Средиземноморью, обязательно зайдет именно в порт для того, чтобы посетить самые красивые итальянские тосканские города. Это Флоренция, Пиза, ну и, конечно же, другие. Поэтому речь пойдет только об тосканской кухне, самой вкусной, с простыми ингредиентами. И не случайно ее называют бедная кухня, потому что все, что вам нужно, вы найдете в ваших супермаркетах. И с сегодняшнего дня мы открываем этот, давайте скажем, марафон. И будем готовить вместе с нами у нас дома на нашей кухне. А вы будете повторять все, что мы делаем. Таким образом, вы научитесь готовить вкусные блюда очень быстро. Ну, давайте скажем так, за 30 минут. Поэтому самое первое ваше домашнее задание – это написать в комментариях, в какой супермаркет вы ходите и покупаете ваши продукты. В конце этого видео я поставлю обзор гипермаркета «Лента» в Санкт-Петербурге, который мне прислала моя подруга Елена. А вы мне присылайте ваши 3-5 минут, буквально, мне много не надо. И таким образом мы будем знать по всей России, в каких магазинах какие продукты продаются. Сандро? Sono il cuoco, lo chef. Ну, он говорит, что он хорошо готовит. Но на самом деле я тоже неплохо готовлю. Мы будем на кухне вместе, будем немного соревноваться. И, конечно же, я буду писать вам все абсолютно рецепты. Помимо всего прочего, мы с вами будем изучать итальянские слова. Не только блюда, но и на самом деле, как они произносятся. Когда вы приедете в Италию, сможете спокойно пойти в ресторан и произнести четко и красиво на итальянском именно языке то блюдо, которое вы увидели в меню. Поэтому, дорогие мои, присоединяйтесь. Кто еще не подписался, подписывайтесь, будет очень интересно, забавно и весело прежде всего. Не такие простые, грустные, кулинарные уроки, а веселые, жизнерадостные, вообще как и жизнь в Тоскане. Я жду ваших комментариев, подписывайтесь еще раз, нажимайте на колокольчик, чтобы, соответственно, не пропустить все рецептики, которые будем готовить мы. Окей. И сейчас что мы должны с вами сделать? Вы должны, конечно, посмотреть, последить за нами, потому что обзор будет именно по нашему супермаркету, где продаются самые качественные продукты. А пока я с вами прощаюсь, и до новых встреч на уроках. Счастливо. Чао-чао. Чао-чао. Могу вам сказать, что народ у нас живет веселый, работает в меру, особо не привязывается к недвижимости и не связывает себя брачными узами. Зато очень любит детей, море, отдых, хорошо покушать. Вот это уже 36-й новенький КОП, и еще плюс у нас 60 частных маленьких магазинчиков. Это на население 160 тысяч. В Рождество принято иметь дома и дарить близким. Вот такой красный цветок называется рождественская звезда. Цветет как раз в декабре. Я цветами украшаю даже елку. И стоит она у меня не до 6 января, а до 13, до нашего старого Нового года. В
Вот эта капуста цветная, так цветная по названию и по факту прямо настроение поднимает. В Тоскане очень любят овощи. Заметили, что много листовой зелени прямо пучками навалены на прилавках. Для итальянцев крайне важна свежесть и сезонность продуктов. Кстати, обычно накануне Рождества они мясо не едят. Все начинается очень чинно с овощей и рыбы. Зато на следующий день, в сам праздник, ничем себя не ограничивают. Обед начинается в час дня до 5 часов вечера, потом небольшой перерыв и легкий ужин 8 часов. А здесь местное тусканское масло, самое лучшее, самое ароматное, первого отжима, олио экстравержино ди олива. Для этого оливки собирают вручную и стараются, чтобы они не треснули, упав на землю, иначе масло будет с горчинкой. Вот как и вино, оливковое масло оценивают сначала по аромату, а затем по вкусу. Считается, что итальянцы едят только макароны, но уже по одному изобилию бобовых вы поймете, что зимой готовят супы. И обычно из нескольких видов бобовых сразу. Здесь мы найдем все. Здесь и красная, и зеленая чечевица, и зеленые бобы, и фасоль каннеллини, и черный глаз, и фасоль барлотти. Всегда считалось, что супы – это еда бедных, поскольку готовили из того, что было на огороде или в лесу. Не случайно говорят, что в супе отражается история народа. Ну, верно ведь подмечено, у нас один борщ на мясном бульоне чего стоит, а в Италии, наоборот, готовили из овощей и черствого хлеба. А сыры в Италии делали во все века, и на прилавке мы видим сыр пекорино из овечьего молока. Обычно выдерживают от 2 до 8 месяцев. Чем больше он выдерживается, тем суше становится корочка, но это не значит, что он не пригодный к употреблению. В самый раз на терочке натереть и приправить супчик, пасту или овощи. А здесь пармиджану-реджану производят исключительно в Парме, Реджо, Эмилия и в Модена. Больше нигде. Это национальное достоинство. Его выдерживают до 24 месяцев, но уже после года в нем появляются маленькие крупинки кальция. Поэтому врачи и настаивают, особенно в период третьей молодости, лет так в 60 и после, употреблять каждый день по 50 грамм пармиджану. Представьте, что за 900 лет технология приготовления и ингредиенты не изменились. Вес одной формы стандарт 40 килограмм 500 грамм. И на производство одной только формы уходит 550 литров молока. Мы в отделе сыровяленой продукции. Правда, говорят, что от свинюшек даже ушек не остается. Вот вам наглядный пример. Это боковая часть, ребра, гуанчали из свиных щечек, колбаски, вкусняшки. И добрались до прошутто. Это свиной окорок, натертый солью. Самая известная разновидность прошутто – это пармская. Но тусканская прошутто – сама нежность. Где-где, а в Тускане знают толк в мясе. У нас выращивают говядину у разных пород, но когда приезжают в Тускану, хотят попробовать флорентийский стейк, а это уже порода называется кьянина. В ресторане вам подадут вот такой кусок из расчета 600 грамм на человека, и толщиной он должен быть 5 сантиметров. В рыбном отделе все местного улова. В Ливорно есть даже рыбный аукцион. И, кстати, венецианцы и флорентийцы кушают нашу рыбку. Покажу вам только мидии, вонголы и улитки. Напишите мне в комментарии, в каком виде они продаются в российских маркетах. Мы добрались до трюфелей. Это моя слабость. В Тускане трюфеля собирают круглый год. Многие знают только конфеты трюфели. Поэтому скоро выйдет мой видео о трюфелях, где вы узнаете об этом грибе абсолютно все. А здесь мы видим уже конечный продукт. Разные кремовидные соуса из белого и черного трюфеля. Топленое масло с трюфелем и консервированный цельный черный трюфель. Можно обжарить кусочки хлеба и на горячий хлеб намазать соус или сделать пасту с трюфелем. Здесь же я нашла и кукурузную муку с трюфелем. По-итальянски называется полента. В зимнем меню полента просто царица. Ее подают с разными соусами, овощными и мясными. Здесь же я нашла и ризотто с трюфелем.
Про макароны уже говорить не стоит. В российских магазинах сейчас любую марку найти можно. Но, несмотря на изобилие, у итальянцев все-таки первенство за маркой Барилла. Свежая паста стоит подороже, но я думаю, что итальянцы знают только десяток наименований и какой соус к какой пасте подойдет. Самый вкусный сейчас отдел – это с рождественскими сладостями. Такой большой ассортимент, что глаза разбегаются. А здесь мы видим чисто тусканские сладости, а точнее сиенские, миндальные печенья Ричарелли, панфорты из цукатов меда, сахара и специй и туроны. По сути дела, это нога. Существует два типа – твердая и мягкая. И знаменитые конфеты Бачо Перуджино и Ферреро Роше в красивых праздничных упаковках. Еще один типичный тусканский десерт – миндальные печенья кантунчини. Их обычно подают после обеда с маленьким бокалом десертного вина Винсанто. В Тоскане есть несколько виноделень, куда я с удовольствием возвращаюсь, поскольку не все виноделы делают Винсанто. Созревает вино в начале ноября, после пятилетней выдержки. Это самый малый срок. Я же люблю одну винодельню, где Винсанто выдерживает 25-30 лет. А вот когда на столе появляются сухие фрукты и орехи, значит зима в самом разгаре, летом вы этого изобилия не найдете, а с ноября прилавки уже завалены разными орехами. Не помню, откуда я это знаю, но говорят, что орехи – это единственный способ привлечь добрых духов. Возможно, где-то и осталась эта традиция, когда в последний день уходящего года глава семьи берет 12 орехов, нумерует, кладет их в коробочку с солью и убирает в шкаф на ночь. Утром достают, чистят и смотрят, какой из них сухой, а какой влажный. И считается, что духи могут подсказать, какой месяц в новом году будет самым засушливым, а какой дождливым. Про тусканские вина знают многие, а уж Кьянти точно вы должны были видеть на прилавках ваших магазинов. Конечно, только известных производителей. К сожалению, многие отличные вина не представлены на российском рынке. Здесь мы видим выставленное под елкой, как намек на новогодний подарок, вино хорошо известного и крупного производителя из Тусканы Кастелло Банфи, любимого многим за вино Брунелло ди Монтальчино. А я передаю эстафетную палочку моей подруге Елене из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть, какие продукты есть в самом большом гипермаркете «Лента». Ирина, привет! Сейчас я нахожусь в гипермаркете «Лента». Эта «Лента» находится в Санкт-Петербурге. Для твоей передачи кулинарной я сейчас сниму прилавки, чтобы ты могла готовить итальянские блюда с российскими продуктами. На мой взгляд, это очень удачный и хороший супермаркет, в котором очень качественные, хорошие продукты, очень большие скидки. Сейчас идет подготовка к Новому году, поэтому я думаю, что мы удачно попали сегодня сюда. Сейчас я пройду к прилавку, где подсолнечное масло, а также паста. Вот, например, вот еще прилавок, где находится сыр. Тоже огромное разнообразие, цены вообще смешные, если честно. Я вот смотрю, ну, я за это и люблю «Ленту», потому что здесь очень доступные цены, очень доступные, на любой вкус. Спрессию я тебе уже показала, это вот другие сыры, которые, в принципе, здесь колбаски нарезанные, всякие разные, тоже такой огромный ассортимент, просто прелесть. Сейчас мы пойдем овощи, фрукты посмотрим. Вот овощной отдел, где овощи развесные. Тут есть все тоже. Смотри, цены. Морковь, красный лук,
помидоры, огурцы, брокколи, капуста, красный перчик, острый, сладкий, разный. Вот, пожалуйста, помидоры, огурцы, зелень, овощи, фрукты. Ну, в общем, ну, все доступно, все, что можно. Ягоды и свежие, замороженные всякие. Киви, даже кокосы есть, финики. Ну, в общем, много чего, яблочки всякие, виноград, пожалуйста. Капуста, мандарины, лимоны, апельсины, авокадо, ананасы, сливы, гранаты. Ну, в общем, я считаю, что ну, все, что нужно для твоих кулинарных шедевров, все в России есть. Поэтому покупайте все у вас, делайте итальянские свои блюда. Будем считать, что они из российских продуктов, потому что у нас в России сейчас есть все. Были бы деньги. Ну, все, наверное. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ирина Ли. Ждем вашего выступления на экране. Пока-пока. Дорогие друзья, помните, что мы будем готовить итальянские блюда только из российских продуктов. Я уверена, что у нас все получится. Только не забудьте писать комментарии, подписаться на канал, чтобы я могла оповещать вас о новых уроках. Я не прощаюсь, а говорю до встречи. Мы дожидаемся, чтобы застыл, немножечко охладился наш куриный паштет. Мы сделаем еще один паштет, это грибной. И Сандро нам сейчас расскажет, какие ингредиенты. Окей, Сандро, noi siamo pronti. Puoi anche raccontare cosa noi prepariamo ora? Ora prepariamo il secondo tipo, diciamo, di antipasto. Dei crostini a base di funghi. Praticamente è un altro patè di funghi. Via. Тоже крустини, соответственно, потому что мы сейчас приготавливаем именно крустини. Соус из очень простых грибов, шампиньон. Però c'è una piccola differenza. Только есть, конечно, разница. Che questo patè di funghi, poi andando avanti nella preparazione, lo abbineremo a della polenta fritta. Ah, ok. Ну, в конечном, конечно, результат будет очень интересный, потому что мы будем использовать не только хлеб, но и полента, которую мы с вами сварим сейчас вместе. То есть сначала мы приготовим все соуса, затем мы приготовим полента. Полента – это кукурузная мука, которую мы заварим, как, скажем так, густую такую кашу. Увидите, что получится, окей? Но пока не будем забегать вперед, сделаем сначала именно этот соус. Все, поехали. Вперед! Andiamo. Сандро. Окей, partiamo. Allora, cipolla. Так, лук режем. Теперь Путин все сам делает. Tanto la cipolla non manca mai. Se vuoi, io ti немножечко помогу. Aiuto un pochino. Sì. Не обязательно, конечно, разрезать, потому что все равно в любом случае это все будет проворачиваться в блендере. E andiamo a mettere la nostra pirofolona. Pronti. Okay. Ну ладно. Poi. Это я так, чтобы чем-то позаниматься. Uno spicchio d'aglio. Aglio. Поняла, Алло, Ирина? А, поняла, Алло, а? Да. Да, так, ну что это? А, это чеснок. Алло. Poi andiamo a mettere burro, масло. Масло. Масло, да? Масло. Сливочное масло. E
Un pochino d'olio, perché così il burro non si brucia. И немного оливкового масла, вы можете добавить подсолнечное, это не столь важно, для того, чтобы масло не подгорело. А масло сливочное нужно смягчить немного шампиньончик, и вы сейчас не можете, правда, прочувствовать, но когда вы будете готовить, обязательно прочувствуете, какие они будут нежные. Ведь простой, очень простой гриб, но вот как можно его облагородить именно вот такими... Chiacchieri tanto, però voglia. Frastini allora, ingredienti. Dopo allora. Mettiamo anche due peperoncini. Так, peperoncini. Видите, это красненький перец. Он у вас есть везде в магазинах. Можете его спокойно купить. Вот он. C'era красивый красненький перчик. Окей. Okay. Guarda. Questi si chiamano, perché tanto lei, questi qui. Вот, да, а это в России мы купили, да, да, вот, покажем сейчас. А, окей. Нет, это что-то, Пепперончини. А чучили, но здесь вообще все вместе, всякие, ну, это не столько. Супермаркеты. Смотрите. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Allora. Да, хорошо, это убираем. Дай, окей, перфетто. Так, у нас там все... Quando inizia il burro a sciogliersi e la cipolla... comincia a io penso che devo far vedere un pochino da vicino sì ah. Matteo vuoi mettere la fiamma un'altra dove la metti qua cambio fiamma io penso questo com'è questo è grande e questo è infatti è grande va bene sì okay. normale funghi si è fermata perfetto. Ну, я тут немножко потрудилась, но, в принципе, это не обязательно было нарезать в любом случае. Кстати, сколько грамм у нас используется? Quanti grammi, Sandro, noi dobbiamo usare per questo? Per quattro persone, per fare diciamo dei crostini per quattro persone, bastano 200 grammi, 250 grammi di funghi champignon. Да, на четырех человек, скажем Poi, так, ну... Здесь 300. Вообще-то было... А qui c'era 300 грамм. Sì, va bene. 300 грамм. Andiamo a mettere dentro. Ora comincia a dorarsi la cipolla e mettiamo dentro. La cosa importante di tutti questi... Traduci, di tutti questi, diciamo, piatti, è che sono molto economici. Ah, cosa importante. Una volta messo i funghi, dobbiamo mettere un po' di vino bianco. Perché... E как только мы... Но берло ной, внутри ли. Так, это белое вино, нам нужно его добавить. Как только вы положили туда грибочки, залили как раз белым вином. Белое вино любое, какое вы хотите, даже самое дешевое у нас вот продается в таких как бы картоны, картончины. Sí, картончины. Картончины. Insomma, no, картончины. Не обязательно какое-то дорогое вино. То есть все очень просто и недорого, самое главное. 300 грамм у нас идет наших грибочков. Да? Одна головочка чеснока, один лук. И масло, ну масло сколько, ну 100 граммчиков добавьте. Facciamoli cuocere per 10 minuti. Так, ну пока 10 минут у нас варится, давай мы с тобой, Сандро, сделаем еще, нам же орехи нужны. Sì. Abbiamo bisogno anche dei noci, no? Dopo. Sì, mentre sì, queste si cuoce, noi qualcosa... Sì, aggiungiamo un po' di sale. Сольки немножечко, конечно, un po' di pepe. Добавим. Перчика. Un po' di pepe. Ok, copriamo. Может, не, да, уже покажем уже процесс последний, да, когда уже совсем все зажарится, поэтому нет смысла, правда, показывать вам. Mentre, все равно знаете, как все это mentre жарится. I funghi stanno cuocendo, prendiamo due noci. Не будем терять мы время, конечно. Prendiamo tre noci. Потому что скоро уже обедать мы должны, уже 12 часов, а мы в час будем кушать уже. То есть все, что мы сейчас с вами приготавливаем, все мы будем сегодня на обеде. E l'andiamo aprire. Con il mio questo è il mio schiaccianoci personale. Guarda come è fatto. Ну, в общем, все про женщин. Знаете, что итальянцы без женщин жить не могут.
без женщин нам нельзя на свете жить. Как там в песне поется в Рита, помните? Вот, поэтому сейчас мы это все заготовим, приготовим. И... А ночью муската нам не надо, да? Но ночью муската нам. Ночью муската еще воли дупо перекосы. Окей, да, ночью муската мы... Мускатный орех мы не будем сейчас добавлять, он нам сейчас comunque, не нужен, он потом нам понадобится. Se queste non ce le mettete, è uguale, non cambia nulla. Ну, если не хотите грецкий орех, ну это и не обязательно, в принципе. Просто мы хотим немножко добавить. Кстати, в пате, конечно, очень вкусно, но ощущается орешек. Вы можете любой орех добавить, какой вам нравится, потому что грецкие не всем нравятся орехи. Bastano due, perché опять же, это sapore. Очень древний рецепт, bastano due. Который, знаете, передают бабушки. Ну, я думаю, или вадо mettere subito dentro... в 17 веке, в 18 родился этот рецептик. Здесь мы уже все приготовили, готово у нас. Okay. Берем то, что нам momento, не надо. Tanto fra poi non sono pronti. Видите, что на самом деле настолько poi быстро fermati. Все готовим. Тебе что-нибудь взять? Hai bisogno di qualcosa? Di prendere? No, ora no. No. Poi dopo ora prepariamo poi, cioè prepariamo, facciamo vedere la polenta già fatta e già tagliata a pezzettini. Tanto la polenta penso che non sia un problema. Нам сначала надо еще сделать шпинат. Шпинат мы, шпинатик еще сделаем. А? Ну, рано еще, подожди, ну зачем ты сразу все сюрпризы? Questa è la polenta. È presto ancora. Beh, siamo pronti. Allora, i nostri funghi sono pronti. Le leviamo dal fuoco. Volete vedere? Так, ну-ка, что у нас получилось? Видите, все затянулось, еще так, чуть-чуть. Чуть-чуть говори по-русски. Чуть-чуть говорю по-русски. Молодец. Так. Окей? Siamo pronti. Sempre il nostro bel contenitore. E l'andiamo a mettere qui dentro insieme alle noci, che l'ho messa prima, l'avete visto, eh? Ora non le posso tirar fuori, Помните, орехи там уже внутри. Так. Sai cosa avresti da Irina? Una schedellina lì sotto, di vele bianche, per metterci poi in questo. Senti che profumo! Oh! Kuznakak! Kuzna? Forse, Kuzna. Forse. Forse. Говорит, может быть, на 100% будет вкусно. Как там ситуация? Com'è la situazione? No, la situazione è bella. È molto bella. Perché poi questi non c'è bisogno che siano troppo frullati, perché bisogna sentirli un po' in bocca, Не обязательно их доводить до состояния пюре, он говорит. Даже если орехи вы не совсем промолите, очень даже вкусно будет. Поэтому мы с вами не в ресторане в шикарнейшем мишленовском, да, мы дома. О, мы ж вали. Поэтому для нас un contenitorino. И так хорошо. А, ce l'ho qui. Ce l'ho qui. А, ну. Ce l'ho qui. Так. А, вот что-то искал. Так, ну что, сейчас мы тоже на несколько минут распрощаемся и с этим пате. А смотрите, какая вкусняшка получилась. Ага. Сейчас видите, я вам покажу come bello. Смотрите, какое. А вкусно, Сандро. Bella, com'è? Bello, 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 bello. No, non l'assaggi? Ah, dopo, Dopo, dopo si assaggia. E questo... Mi ha usato slunchi, tipo, scurabia. Questo lo facciamo un po' freddare, Lo mettiamo qui accanto a... Io ci ho показала, вот. Lo mettiamo qui a... Вот, ok. Видите, даже кусочки мы с вами видим, орехи. Ok. Так, все. С этим мы тоже закончили. Мы не прощаемся, до завтра. Посмотрите, конечно же, это видео и напишите мне в комментариях, все ли было понятно. Обязательно подпишитесь, чтобы мы вас могли предупредить о наших встречах. Жмякните на колокольчик. Окей.
Привет, друзья, и снова мы вместе. Сегодня я не одна, со мной мой муж Сандро. Привет, как дела? Я Александр Лушев. И сегодня мы будем готовить только для вас. Сандро, что мы сегодня будем готовить? Cosa prepariamo oggi? Allora, oggi prepariamo tre tipi di antipasto della tradizione toscana. Sempre sotto Natale si preparava in famiglia mia questi tipi di crostini. Si farà un crostino col patè di pollo, di fegatini di pollo, molto semplice da fare. Poi faremo una della polenta fritta con un frullato di funghi e un altro crostino con spinaci, aglio e cubetti di pancetta. E piano piano vi farò vedere che è una cosa molto molto semplice da preparare, molto economica, con dei prodotti molto molto semplici. E anche col sorriso. E molto sorriso, okay. Con tanto sorriso. Bene, okay. Intanto Irina mi aiuterà nella preparazione. Dunque io intanto mi metterò a affettare la cipolla. Mentre Irina mi tradurre magari. Sì, ma Irina mi pulirà i fegatini. Io devo fare lavoro più sporco, Sì, vai. Io должна самое грязное делать. Ладно. Что мы сегодня приготовим? В традиционном меню обычно на итальянском столе, извиняюсь, на тосканском столе, да, антипасто. Анти перед пасто, перед едой, то есть закуска. Если вы пойдете в ресторан, например, то скажете «крустини тоскани», и вам подадут именно эту закуску, которую мы сегодня приготовим. На самом деле это очень и очень просто, как сказал Сандро. Прежде всего мы с вами сделаем пате из печени курицы. Se mi vedete piangere alla cipolla, Он просто не знает, что перед тем, как нарезать лук, надо намочить нож. Devi proprio bagnare il Allora, andiamo a mettere. E basta. Sì, la cipolla la andiamo a mettere nella casseruola. Ma секундочку, Сандро, я же должна еще перевести. Ты очень быстро все делаешь, понятное дело. Самое главное, помните, мы с вами говорили, что будем изучать или учить слова. Под видео я вам оставлю все написано итальянскому на русском языке. И называется пате, пате ди полло, окей? Пате это французское слово, сейчас немножечко поговорим еще об истории. Или паштет куриный, который вы можете найти во всех кулинарных рецептах. Но у нас он немножечко другой. Как сказал Сандро, нам нужны куриные... Фегатини ди полло. Ачуги. Ачуги или анчоусы. Вот так вот они выглядят. Капери. Потом капери, каперсы вообще все знают, да, понятное дело, вот они, вот такие вот симпапули. И вино. Мы с вами видим и белое вино. Вино бьянко. Для того, чтобы приготовить вот это вкусное блюдо, нам с вами нужно посмотреть, нет ли здесь желчи. Вот здесь немножко черное есть, поэтому я... Ирина, мы так, и Лауренте. Это все уберу. Все хозяйки знают прекрасно, да, что вот... La cipolla la potete tagliare tranquillamente grossolanamente, non c'è bisogno di farla troppo fina, perché tanto poi verrà tutto frullato. Лук вы можете нарезать и покрупнее, это не важно, потому что в любом случае все это будет потом в миксере. Миксере? Миксере переваривать. Так, то есть мы убрали вот эту желчь, и сердечки тоже есть, смотрю. Anche il cuore, mi chiamo. Sì, sì, tanto viene frullato tutto. Ancora. Сердечки мы тоже берем. И да, il cortello, Сандро. Sì, vuoi un cortellino piccino? Sì, sì, да, perché questo lo taglio. Сейчас, секундочку. Мне нравится. Ci si mette poco sale, mi raccomando, bimbe, poco sale, perché poi ci va l'acciuga che è già salata di suo. Так, прежде всего, не солите. То, что он говорит, это правда, потому что потом анчоусы, они дадут свою соль. Я готова, у меня все сейчас. Баста, давай. Сейчас Basta. Сандра все это промоет. Баста. Ecco, i nostri fegatini li abbiamo lavati. Ora aggiungiamo il vino bianco e lo facciamo
sfumare. Attendiamo un minuto che sfumi un po' il vino. E ora penso che te devi fermarsi, perché ora riprendiamo un po' da, da vicino, così si vede. Ok. Да, сейчас мы с вами организуемся получше. Vai. Вот это можно уже убрать. Угу. Окей, там все у нас же. Тебе что-нибудь надо подать? Вот qualcosa che ti prendo, qualche cosa? No, ora no. No, ok. Non serve niente. No. Так, ну что, мы готовы. Allora, abbiamo messo la cipolla, abbiamo messo il vino bianco, ora andiamo a mettere i fegatini. A questo punto mettiamo tre filetti di acciuga. L'acciuga è buona, bella, vedi? Tre. Uno. Ma passiamoti un certo palo. Мы взяли ачуги, немного пикантные. Сукрытая по пикантина, а? Хотели немножечко изменить этот рецептик. Посмотрим, что получится. Пометямо. Qualche capero. Это у нас каперсы мы добавляем. Del brodo di pollo o brodo vegetale. Facciamo cuocere per circa 20 minuti. У нас где-то 20 минут они будут вариться. Сейчас. Sempre a fuoco, diciamo, sempre a fuoco abbastanza moderato. E al momento in cui il fegatino sarà cotto, lo andremo a frullare. Печь продолжает тушиться. Все это мы варим 20 минут. Практически здесь мы уже подходим к финалу. Сейчас Сандро нам покажет, что мы будем делать дальше. Для того, чтобы сделать пате, нужно нам все это провернуть в блендере. Но у нас есть ручной блендер, да, и у вас тоже он дома есть, поэтому мы используем именно его. Allora, Сандро, come è la situazione? Еще 5 минут, он говорит, и все у нас будет готово. Poi lo facciamo un po' raffreddare e lo misceliamo col miscelatore. Dai, noi все это в ручном блендере все это провернем. Avete capito bene tutti i passaggi, eh? Вы все поняли, он спрашивает. Напишите нам в комментариях, если что-то вам было непонятно. Мы сразу вам ответим. Так, дальше что? Что у нас там? Allora, andiamo avanti. Cipolla, cipolla, olio, cipolla, vino bianco, fegatini, brodo, tre filetti di acciughe. E un po' di sorriso, dai. E capperi. Dai, e caperse, e 20, caperse e anciose. E 20 minuti di cottura, ok? Все, мы с вами практически уже подошли к самому важному моменту. А, смотрите, как все затянулось. Еще немного надо, наверное, чтобы еще чуть-чуть. Questo è un piatto molto molto antico. Facevano i vecchi contadini qui nelle campagne toscane. È un piatto povero. Это очень бедное блюдо. В средневековье использовали вот такие, как они называются, фраталии или субпродукты. Тосканская кухня, она очень простая. Все, что было на огороде, все, что было в лесу, все шло в ход. Ну что, наша печень уже готова, мы ее немного охладили. Сандро, что тебе сейчас надо? Di cosa hai bisogno? Senti, allora, lui è pronto. Mi passi per favore il ramaiolo che lo vado a mettere nel contenitore per frullarlo. А во Франции тоже говорят, что это их самое любимое блюдо. Но я всегда говорю, все, что французское, я имею в виду в кулинарии, имеет итальянское сердце. И представьте, что этот рецепт к французскому двору преподнесла Екатерина Медичи.
Te lo sai la storia, Sandro? Di Caterina de' Medici, quando lei è partita da Livorno, in Francia. Uh-huh. Sai? Okay. Она отправилась именно отсюда, из нашего порта Ливорно, чтобы стать женой Энрико IV. Когда она отведала все эти французские блюда, ей ничего не понравилось. Хорошо, что она взяла с собой не только вилки, и она научила французов есть именно вилкой, но и взяла с собой поваров, не только поваров, кондитеров, парикмахеров. И в скором времени весь французский двор стал питаться именно так, как питается Екатерина. И сегодня это пате. Видите, французское название вошло и в итальянский лексикон. А наши местные называют фегатини ди полло. Ну что, Сандро, мы готовы. Ora pronto si inizia, Теперь мы все это провернем. Когда-то эти фрустини называли черные. В ресторанах вы уже такого не услышите. Название черные крустини именно как раз из-за цвета такого коричневого. Come Sì, sì, va bene. Va bene perché non è troppo liquido. No, perché ora poi lo mettiamo. Ora lo mettiamo. Prendi un cucchiaio. Sì. Lo mettiamo con passami un cucchiaio. Sì. E passami anche questo. Ok. Ora lo mettiamo qui in modo in maniera che si raffreddi. Ma non è troppo liquido. No, va benissimo, guarda. È proprio un bel patè. Если увидите, что немного жидковатый, то можете просто на огне еще проварить чуть-чуть, Ora. Чтобы немного погуще была консистенция. Теперь мы оставим это все, наверное, охлаждаться. Quando и poi будем делать другой соус, окей? Окей. Questo qui, volendo, coperto con della pellicola, può stare in frigo anche una settimana. К Новому году можете заранее это приготовить. Ну, только смотрите, чтобы у вас никто и не съел. Tanto chiacchiere, Ci siamo? Да. Окей. Vai. Мы не прощаемся до завтра. Посмотрите, конечно же, это видео и напишите мне в комментариях, все ли было понятно. Обязательно подпишитесь, чтобы мы вас могли предупредить о наших встречах. Жмякните на колокольчик. Okay. Ora c'è il finale, si va a impiattare. Подходим мы к нашему финалу, и для того, чтобы наши соуса положить на красивое, на итальянском хотела сказать летто, да, то есть надо на что-то их намазать, мы обычно используем поленту. Полента – это кукурузная мука. Я сейчас вам просто покажу, как она делается, то, что я заметила, когда я была в Санкт-Петербурге, почему-то мимо нее проходят. На самом деле это очень вкусное блюдо, мы с вами потом еще будем готовить очень много из кукурузной муки. Вот, поэтому, что для нас самое главное, вот такая кукурузная мука. Вы ее найдете в магазинах везде, она стоит копейки, но это вкуснятина, самая настоящая. Что мы делаем? Немножечко соли добавляем, и мы начинаем ее заваривать. Очень жаль, что я не могу вам издалека показать. Сандрус, это... Ну. Abbassi un po' fiamma. Questa è rapida, Потом будет отдельный урок, когда мы с вами ее будем готовить. Хорошо, просто я вам покажу, что из нее может получиться. Это все равно, что вы манную кашу завариваете. Да, вот. И все, видите, то есть надо посмотреть в магазинах, какая у вас продается, потому что у нас называется рапида, то есть быстрая абсолютно, и все. И она уже затянулась. Все, она уже становится вот такая густая. Густая-густая каша. Сейчас я вам могу просто показать, какой она консистенции. А, ты в леви фарме дары квеста. No, ma c'erano questi affari apposta. Sì. Dai, ok. A un'altra. Ok.
выключим. И вот, если посмотрим, вот смотрите, какое. Ну, буквально минута. Вот эту вкусняшку можно с разными соусами, представьте, подавать. Потом будем делать разные соусы к ней. Но сейчас она нам нужна совсем для другого. То есть мы вчера уже сделали. Ее это я вам просто сегодня показываю, как это делается. И охладили. Вот когда она остынет, ее мы просто нарезаем на небольшие кусочки. Потому что она же застывает. И можно ее перевернуть. Очень красивая форма получается. И просто нарезается. Вот его отец... Он очень любил кукурузную кашу, из кукурузной муки как раз варил, и он ниткой разрезал. Ну, я помню, когда меня мама еще на Украину отправляла, в Украину, вот, мы там делали эту кукурузную, она там называлась мамалыга. А здесь полента. Полента. Что же мы сделаем с этой холодной полентой? Нарезали на кусочки. Allora. Окей. И теперь нам нужно их обжарить. Вот очень вкусно. Смотрите, масло вы можете любое. Взяли кукурузное масло, взяли подсолнечное. Какое вы хотите, это не столь важно. Конечно, не оливковое, потому что на оливковое мне будет горечь небольшую даст, я так думаю. Ну, если хотите, можете попробовать. Не знаю, мы на оливковом никогда не жарим. Сандро, non serve olio di oliva. No, no, assolutamente. Olio di semi, olio di arachide, olio di girasole. Per friggere non ci vuole mai l'olio d'oliva. Allora, taglia il pane. Allora, grosso per quelli. E вот хлебушек, багет вы купите просто в магазине, понятное дело. А вот как нарезать, вот это важно, когда ваши гости сядут за стол, они же сначала глазами будут кушать. Мы скажем, о, какая вкусняшка, дайте попробовать. Для овощного соуса мы сделаем вот такие длинные. Да, ну, наверное, вы все знаете, вы же колбасу-то режете. Вот. Ну, я думаю, что хватит нам, угу. Так, чтобы нам сегодня на обед. Смотри, давай на тебе. Он не лофай, а просто лире. No, è fresco, questo è più buono, sì. Можно обжаривать, можно не обжаривать, это как вы хотите. А для пате куриного и грибного, ну, мы тогда с вами сделаем круглые. Sei, così almeno poi se le vai sto tagliare e metti tutta la roba lì, così si vede tutto a modino. Вот такие кругляшечки сделаем. Leva il tagliere, togli tutto. Мы должны каким-то образом вот это сюда сделать. Ora si frigge la polentina. Сейчас он поджарит. Sono prestissimo a cuocere. Appena che sono pronti, ci andiamo a spalmare sopra il nostro patè di funghi e ce lo mangiamo. Да, у нас уже час времени, поэтому хочется быстрее закончить, конечно же, и пойти покушать все это, то, что мы приготовили сейчас для вас. Фегатини полло, фунги и спинаши con панчетта. Anche perché l'ora di mangiare tocco. Да, времечко уже наше подошло. Так, друзья мои, Vai. И теперь мы начинаем все это декорировать. Comincio, eh? Так, Сандро как раз у нас вот украшает. Ко фунги. Полента. Коль фунги. Это у нас патэ грибное. А я украшу вот с этим вкусным. Questo se poi vi avanzano. In frigo, la pellicola, l'ho già detto, un frigo con la pellicola, Если у вас останется, вы даже не переживайте, потому что можете спокойно это все держать в холодильнике, закрыли пленочкой и держите. Я не думаю, что у вас очень долго. Come quando si fa il borsch, che si mangia per 3-4 giorni. Ma la voce però sì. No, no. Как борщ. И si mangia per 3-4 giorni. Как борщ несколько дней вы едите, так и вот. Но он смеется над нами.
Потому что я когда что-то приготавливаю для себя, потому что русская кухня для нас, особенно вот такой зимний период, это самое вкусное, я считаю. Кстати, между прочим, в Италии очень много супов приготавливают. Потом мы с вами супы будем готовить тоже. Чтобы не говорили, что в Италии едят только макароны. На пуленту вы можете любой соус положить. Кстати, очень даже вкусно. Даже... Perché Sandro te non l'hai messo, ha messo solo funghi? Potevo mettere anche questo. No. Конечно, простой народ не добавлял каперсы, ячуги, они приготавливали из печени. Поэтому был коричневый такой некрасивый цвет и сухой, конечно же. Сейчас мы это блюдо совсем по-другому приготавливаем. Видите, и масло добавляем. А тогда простолюдины не могли себе такого позволить. Ora è arrivato il momento di assaggiare, eh? Buono da morire. О, Сандра уже начинает все пробовать. Ну что, дорогие мои, мы с вами приготовили очень вкусную закуску из простых, абсолютно из простых продуктов. Видите, вы можете делать это все дома. Теперь самое время попробовать. Мне даже не терпится. Вкусно как? О, видите, даже по-русски заговорили. Хотя он у меня знает несколько слов. Браво, шеф! Браво, шеф, ты как препарату поставил. Вот, шеф, конечно, был на высоте. Да, понятное дело. Давайте попробуем немножко, что у нас получилось. На самом деле... На здоровье. Эсквизито, так сказали бы, на самом деле, здесь. Allora. На самом деле, очень вкусно. Завтра утро, да? Завтра утро. Faremo il ragù all'italiana. Ok? Ragù occorrerà carota, cipolla e sedano. Carota e cipolla. Завтра утром мы с вами будем готовить мясной соус, который меня просили все женщины. Поэтому завтра, женщины дорогие, все секреты раскроем, как готовить самый вкусный итальянский соус. Ну, тосканский, итальянский, тоскану итальяну? Ну, итальянский. Итальянский соус. И потом вы его можете применять позже, с любой пастой, какую бы вы ни купили. In Italia ogni regione la fa un po' come punto suo, però il ragù è nazionale. Завтра мы поговорим об истории этого соуса. Что для этого нам надо? Купите, пожалуйста, очень хороший мягкий фарш. Мы будем готовить из говяжьего. А вы посмотрите в магазине, какой лучше фарш можно комбинировать. Будет помягче. Но мы будем только из говядины завтра делать. Потом они эксперименты. Нам нужно будет вот томату. Такой... Помидоры, мы говорим, пассату ди помидоро. Супермаркет. И концентрат. Супермаркет. И концентрированный помидор. Тоже, ну, чуть-чуть надо, паста. Хорошо? Хорошо. И мясо. Да, и мясо, я уже поняла. А все остальное вы увидите завтра. А завтра. А? И там то мангио. Ну, а теперь, да. Теперь настало время кушать. А мы обычно уже в час... садимся за стол кушать, поэтому, дорогие мои, мы не прощаемся, до завтра. Посмотрите, конечно же, это видео и напишите мне в комментариях, все ли было понятно. Обязательно подпишитесь, чтобы мы вас могли предупредить о наших встречах. Жмякните на колокольчик. Вот если вы подпишетесь и не нажмете на колокольчик, то, конечно же, вам придется искать. Но, в принципе, это тоже несложно. Все видео будут на моем канале, поэтому они всегда будут в вашем распоряжении. Да. Вот, поэтому, ну что, на здоровье. На здоровье, а завтра. Да, а завтра. А okay, завтра. Все. Все, счастливо, мои дорогие, до завтра. Окей. Друзья, мы подошли с вами как раз к третьему соусу, который... Терцо. Да, это у нас будет шпинат со шпигом.
И потом вы увидите, на что мы все это будем намазывать. Окей. Сандро, что нам нужно для этого? Окей. Cosa noi dobbiamo allora, tirare fuori? Abbiamo già tutti i prodotti, tutti gli ingredienti qui. Так, abbiamo все здесь. Gli spinaci. Gli spinaci. Spinaci. Poi Pancetta affumicata. Кстати, Сандро, надо бы сказать, что это не свежий шпинат, а мы его взяли замороженным. Сейчас я вам покажу одну секундочку, пока тут Сандро вам показывает. No, volevo far vedere a loro che noi abbiamo preso congelato. A supermarket. В супермаркет. У вас тоже есть в супермаркетах такие пакеты. А и просто замороженный кусочек. Я вам все напишу, сколько надо грамм, чего использовать. Хорошо. Poi. Окей, поехали. Allora, спинаши. Помидорини. Томато. Обязательно помидорки, помидорки. Вот такие маленькие. Вот такие вкусные, сладенькие. Масло. Если вы будете большие использовать помидоры, то они не дадут такого, такой сочности. Поэтому лучше вот эти маленькие использовать. Масло. И алью. Масло, сливочное масло, да, обязательно. Так, чтобы это все было очень вкусно, и все это вместе амальгамара, если амальгамара в итальянском языке. Да, значит, чтобы все ингредиенты как будто бы срослись, поженились. И ночь муската. Окей. Мускатный орех, соответственно. И вот посмотрите, у вас в ваших магазинах тоже, скорее всего, есть вот такое... Панчетта фумиката, да, то есть это шпик. Ma qui c'è scritto in italiano, forse шпик такой очень простой, да, то есть вот. Allora, mettiamo un pochino. No, le faccio vedere come sì. come un pochino d'olio nella padella. Okay. Сейчас мы, смотрите, масло, окей. Okay. И invece volevo farli riprendere perché fare per far vedere come si cosce questa. Ну, okay. Vai. L'aglio. L'aglio. Девушки, женщины, мужчины, все, кто любит готовить. Вот посмотрите, мне очень нравится, как он режет вот это чесночок. Я тоже так научилась. И это на самом деле очень-очень удобно. Не нужно стоять там с ножом, нарезать. Сандрин, fai vedere più vicino a loro. Si incide qui così. Si fa piccoli tagli, piccoli tagliettini. E poi... Видите, прямо держите головочку в руке и вот так нарезаете с одной и с другой стороны. E si butta nella padella. Как будто крошите. Che rimane piccino piccino. И будут такие маленькие-маленькие квадратики. И две головочки взяли. Tanto sono pronti. Okay. Да, ну мы уже готовы, это все очень быстро делается. Потом помидоры. Давай, Сандра, я тебе помогу. Браво, чтобы... браво, così mi aiuti, браво. Да, молодец, Ирина. Молодец. Ирина, se no è solo buona a mangiare, Ирина. Говорит, что я только кушать люблю. Это неправда, я и готовить люблю. Да, и еще как, потому что тут... Allora. Взял он все в свои руки, кухня теперь стала уже его, а не моя, поэтому... Он говорит, что я ничего не готовлю. На самом деле это неправда. Так. Allora, gli spinaci costano un pochino, Non prendo questo, che è meglio. Faccio più veloce. Сейчас быстренько мы нарежем помидорки. Vedi, gli spinaci si sminuzzano un po', traduci, Irina. А, да, шпинат нужно немножечко, конечно, порезать, помельчить его, потому что даже если он потушится, все равно большие листья как-то некрасиво будут смотреться. Давайте я сейчас вам покажу поближе, чтобы можно было увидеть весь процесс. Окей. Окей. Allora, масло, aglio, burro e vado a mettere la pancetta affumicata. Сливочное масло, оливковое масло, чеснок, и мы с вами сейчас добавляем. E la pancetta affumicata. Pancetta мы ее здесь называем, да? То есть шпик. E facciamo cuocere per qualche minuto.
Сейчас немножечко все это возьмется, шпик немного, отдаст свой вкус. In modo che la pancetta si ammorbidisce. Станет немного мягче, конечно же. Сандро, а в Ливорно всегда делали вот это блюдо? Senti, Sandro, è sempre si fa a Livorno questo tipo di... E anche come contorno, no? Sì, si può fare anche come contorno, come antipasto. Può ricoprire tante... Вот diciamo, tante alternative, via. То, что мы сейчас приготавливаем, это не только для крустини, вы можете это как гарнир. Vedi, guarda, la pancetta praticamente è già ammorbidita. Con il burro e l'olio la pancetta è già ammorbidita. Vedi che diventa bella rosa. Una volta che è rosata vuol dire che la pancetta siamo già rosinca становится такая вкусняшка. Allora, a questo punto spinaci e pomodorini. Да. И теперь мы добавляем шпинат, помидорки, теперь можно все вместе добавить. Amalgamiamo il tutto, facciamo girare il tutto perché questo è un piatto, diciamo, abbastanza veloce. Non ha bisogno немножко di... потушится, ну, я бы помидорки добавила, а потом бы Poi. Уже шпинат. Ну, он говорит, ему нравится так, все вместе. Ноще муската. Мускатный орешек. Окей. E poi ci mettiamo appena appena un po' di sale. A перчика не надо? Appena appena, perché c'è già la pancetta affumicata. Casomai, al limite, poi dopo si può... Помидорки будут мягенькие, они будут очень красиво смотреться. Подвинуши. Желаю? Ти? Да. Если вы видите, что немного подсушилось, как всегда, наше белое вино нам поможет. Раз, он немножечко добавил. Сейчас немного это все потушится. Потому что должно быть не сухое, а такой консистенции... Немножко липковатый даже. Racconti qualche storia, Sandro. Storie ce ne sono tante, tante, tante storie. Я очень люблю, когда он всякие истории рассказывает, особенно когда готовит. А, я увидел одно, другое, смотри, а та приготовила так, а я сейчас попробую по-другому. La prossima lezione si fa il ragù di carne. Мы завтра будем вам показывать, как знаменитое рагу делается мясное. Ora io penso che meglio parlare un po' dei prezzi, cosa dici? Sì, dunque, allora, bravo, parliamo proprio dei prezzi. Да, поговорить, завтра это будет завтра, а сейчас мы с вами поговорим, сколько же всего мы это истратили на это дело. Dovete cercare, quando fate questa pietanza, di schiacciare i pomodorini. Помидорки вы немного даже размельчать, придавить и... Perché eventualmente voi, se non avete, non, cioè lì per lì magari non trovate il pomodorino fresco, potete metterci anche il pelato. Ah, della... lo fa vedere. Potete metterci anche... Se свежих не найдете помидорок, например, таких моих, и помодоро пелато. Дорого стоят, можете использовать вот такие консервы. E viene buono uguale, un po' meno... Però viene buono, viene. Очень вкусно, только единственное, что, конечно, все вместе не добавляйте. Сначала шпик немножечко обжарьте, затем добавите помидоры, пусть консервы, я имею в виду, пусть они немножечко потушатся, так удадут вам соус, и затем только шпинат. Я вообще так делаю. Ему нравится со свежими помидорами, а мне именно с консервированными. Avete fatto caso a una cosa che io non assaggio mai? Вы заметили, что он говорит, что я никогда ничего не пробую? Perché, ну, мы заметили, perché да. Perché что... sono piatti che ormai le dosi e la quantità e il modo di cucinarlo è di generazione in generazione e di conseguenza è difficile sbagliare. Però voi le prime volte che le fate, che poi diventerà automatico, le prime volte che le fate assaggiate sempre un qualche cosa. Sempre.
То есть я-то не пробую, потому что мы здесь их делаем. Моя бабушка делала, моя мама, и поэтому для меня это абсолютно нормально, я даже знаю. Думка, поднимем по дифференции. О, поговорим, сколько мы истратили. Allora. Да, хорошо. Начинай с самого начала, дall'inizio. Dall'inizio. Il primo dei fegatini, patè di fegatini con polenta fritta. Allora, fegatini praticamente sono... Первое, что мы с вами приготовили, помните, sono, да, это было как раз due патè из куриной печени. И мы истратили на сами куриную печень. Quanto abbiamo speso? Allora, per i fegatini 160 rubli. 2 euro. Он уже перевел 160 рублей. Ну, это вы сами переведете, сколько стоит. Мы истратили 2 евро. Poi, 40 рубли di capperi. Каперсы, ma, no, basta con rubli solo. Te, quanto hai speso te con... In euro. In euro speso. 2 euro per i fegatini, più 1 euro per i capperi. 1 euro capperi. E 1 euro per l'acciughe, 4 euro. E acciughini, которые... Растуа, 3 citiri. Citiri gli euro. Анчоусы. Citiri gli euro. Тоже 1 евро, по-моему. Citiri gli euro. Ну, в общем, все вместе на патэ. Мы истратили 4 еврика всего лишь. Pronti, eh? Так, здесь мы готовы. Потом на грибы, шампиньон, вы сами понимаете, что шампиньон. Тоже шампиньон, сколько там, 2 евро, 2 евро? 2 евро, sì. Sì, 2 евро. Шампиньон, ну, в принципе, в доме чеснок у всех есть и все остальное. Ну, винца, ну, самое дешевое вино, какое купите. 2 евро di шампиньон. И потом шпинат, questi, что, да, и шпинат. Спинаци. Quanto costa quelli congelati? Allora, una busta congelata come questa costa 1,50 euro. У нас, например, стоит вот такой в замороженном виде 1,50 евро. 1,50 евро. Questa costa 1,50 euro. Вот это тоже 1,50 евро стоит, вот это шпик нарезанный уже. И томато, questi 1 euro. 1 euro. Помидорки тоже 1 евро. Ну, все это в супермаркете мы покупаем, поэтому... Окей. Okay. Все точно так же, как и вы делаете. Ora si va a impiantare. Так, все, сейчас будем... Taglia. Самый... Подходить уже к финалу. Ora c'è il finale, si va a impiantare. Мы не прощаемся, до завтра. Посмотрите, конечно же, это видео и напишите мне в комментариях, все ли было понятно. Обязательно... Подпишитесь, чтобы мы вас могли предупредить о наших встречах. Жмякните на колокольчик. Окей. Привет, друзья, и с новыми вместе со мной незаменимый мой муж Сандро. Привет, доброе утро. Вчера мы приготовили очень вкусные закуски, а сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное рагу. Рагу alla bolognese. Все, наверное, мы помним рагу по-флотски, но это не одно и то же. Поэтому будьте внимательны, и сейчас мы начнем приготавливать самое вкусное рагу, которое, ну, давайте скажем, и в будни, и в воскресные дни, и дома, и в ресторане всегда вы сможете найти на итальянских столах. Поэтому мысленно, я думаю, надо немного перенестись в Италию, представить, что сейчас, конечно же, декабрь, лето далеко, женщины немного забыли про диеты, хочется что-то вкусненького. И что же может быть вкуснее, чем этот запах рагу, особенно когда по воскресеньям все женщины готовятся к встрече со своей семьей. Cosa noi prepariamo? Что мы сейчас будем готовить, из каких продуктов? Allora, oggi prepariamo il ragù alla bolognese. Gli ingredienti importanti sono carote, морковочка, cipolla, потом лук,
Prezzemolo. Петрушка. E sedano. Сельдерей. Mm. Allora. Так, нам пока это не надо. Это. Я начну, наверное, с морковочки, а ты с лука, да? Allora, okay. Io faccio le carote, te fai la cipolla. No, e te okay. fai il sedano insieme a prezzemolo. Io faccio sedano. No, prezzemolo dopo lo farò. Okay. Да, va okay. bene? Ok. Mm. Не смотрите в интернете разные рецепты, потому что я все посмотрела за вас, и все, что я увидела, конечно же, не подходит. Написано, что это просто приправа с мяса и томатного соуса, которая очень долго-долго томится на медленном огне. Но на самом деле аварагу – это традиция, это культура, это радость, это праздник. Ну и, наверное, это, давайте скажем, счастье. Так, сейчас мы с вами будем уже готовы. Кстати, если вы не хотите, или, скажем, у вас просто нет времени заниматься вот этим, вот этой нарезкой, у нас есть Сандро Фавидери, sí. Коза Пасиамо и Барари. Se non volete stare a mattina a farlo fresco, esiste anche già pronto sul gelato. И мы не стесняемся это говорить. На самом деле, когда у нас реально нет времени, а рагу очень хочется, то мы используем замороженные овощи. И вы можете делать то же самое, потому что это, в принципе, одно и то же. Знаете, что при заморозке овощи свои ценности не теряют. Поэтому можно просто все сразу, не размораживая, просто положить в кастрюлю и начать. Basta le linee, basta. Basta, ok, sì. Vabbè. Cena, lasciamo questo. Lasciamo questo. Allora, andiamo a mettere carota, cipolla, poi il sedano. Сейчас мы нарежем на седану. Сельдерей. Можно немножко и помельче, так как вам, конечно, нравится. Я люблю очень-очень мелко. Но сейчас мы вам просто показываем, как сама процедура, скажем так, да, приготовления. Все. И это называется софрито. Софрито. Anche prezzemolo, dammi subito, vai. No, prezzemolo lì no. Va bene, ok. Poi ci mettiamo. Так. Olio. Теперь мы оливковым маслом. Если у вас нет оливкового масла, то используйте подсолнечное масло. В принципе, ничего не изменится. Un po' di sale. Так, немножечко соли. Хорошо. Io penso Sandro farvedere da vicino, no? Intanto accendo il fuoco, eh. Ti serve qualcosa? No, per il momento no. Allora, ora abbiamo messo tutti i nostri ingredienti. Le facciamo soffriggere per circa 7-8 minuti. Мы сейчас все это спассируем. Сандро, parliamo немного della carne, perché loro hanno la carne diversa e noi dobbiamo far sapere quale carne meglio usare. Allora. Ok. Мы сейчас давайте посмотрим на мясо. La carne è questo è bovino. Это говядина, мы ее купили в магазине. Bovino adulto. Quanto hai speso? Dunque, questo qui costa 3 euro. Вот, мы истратили, дай посмотреть. 3 euro. Мы истратили 3 евро. А quanti grammi qua? Dunque, questo qui sono 400 grammi. 400 грамм. Mi raccomando, quando il soffritto è al fuoco, sempre tenerlo, bisogna sempre controllarlo, perché altrimenti se si brucia, sempre controllarlo. Ну, наверное, все хозяйки знают, что нужно постоянно мешать, чтобы лук, конечно же, не подгорел. Да, об этом мы даже говорить не будем, хотя Сандра нам и напоминает об этом. Allora. Ora altro qualche altro minuto e poi andiamo a mettere la nostra carne dentro. Сейчас еще немного подождем, еще минуточку и можем. Уже добавлять наше мясо. La carne è macinata, vedete com'è?
è tutta macinata la carne, quindi tutta già fatta. Si può adoperare o questa di bovino adulto, oppure anche quella di maiale, macinato di maiale. Можно или говядину использовать, или свинину. А можно еще сальсичу добавить, да? Сандро, si può anche mettere una salsiccia? Sì, volendo si può mettere anche una salsiccia, certo. Вариантов очень много, но мы показываем самый-самый основной, тот, который классический. Классический вариант, так оно и есть. Poi i ragù, ci sono tante varianti in Italia, però questo è quello classico, diciamo. Классическое рагу, конечно, неизменно. Ну, регионов много, и у каждого региона свои традиции. Мы в Тоскане, они придерживаются натуральных рецептов, поэтому стараются ничего не менять. Allora. Вот сейчас Сандра уже будет il nostro, добавлять мясо. Il nostro soffritto è, diciamo, cotto. Andiamo a mettere la carne. Bene? Andiamo a mettere la nostra carne dentro. E gli facciamo prendere colore. Я вам дам один такой лайфхак, можно сказать. Видите, какой фарш мы купили? Он мелкий, очень хороший. Но я обычно, когда так вот добавляю, еще вилочкой разминаю, чтобы не было комочков. Li facciamo prendere colore alla carne. И сейчас все это обжарится вместе с нашим суфритто. Угу. Пока мы еще ничего не добавляем, только оливковое масло, помните, да? Больше ничего не было. Ну, вы добавите свое масло, соответственно, какое вам захочется. Вообще, многие итальянские блюда связаны с местными, ну и иностранными даже традициями. Вот слово «рагу» происходит от французского. Я, правда, не знаю, как произносить. Сейчас я у Сандры спрошу. Сандра, come si pronuncia in francese? Perché come è piatto in francese? Sì, in francese si pronuncia ragottier. Ragottier. Il ragù ha preso colore, vedi? Deve diventare quasi marrone. Mi brucio le mani, veloce. Vedi? È diventato marrone la carne. Да, видите, он уже все, уже поджарился. Allora, a questo punto andiamo ad aggiungere la nostra passata di pomodoro comprata al supermercato. Смотрите, сейчас мы добавляем помидорный соус. Помидоро. Который мы купили в магазине, он стоит там 90 центов. Мы говорим вам, сколько стоит вообще в Италии. Значит, у нас было quanto c'era la carne? 4 etti, 400 грамм. 400 грамм у нас было мяса. Сколько здесь у нас было? Это 500 cc. Mezzo litro. Ага, здесь пол-литра. Mezzo litro. И poi ci mettiamo concentrato. Пол-литра помидоров. И смотрите, концентрированный помидорчик, вот эта паста, вы ее тоже везде найдете. Немножко совсем. Баста. Окей. Потропо анке. No, va bene. И цвет у рагу будет ну просто идеальный. Пассирина, per piacere, il oramai. A questo punto prendiamo del brodo vegetale. Мы добавляем. E andiamo bouillon a coprire. 4. Ah, 4 поварёшки. A coprire. 5 поварёшек. 6 поварёшек. Si smette tutto. Allora, mescoliamo. Ora li facciamo prendere la bollitura. Сейчас доведем до кипения. Quando comincia a bollire, quando una volta che ha bollito. И когда начнет все это закипать. Lo copriamo. Закроем крышкой. E lo facciamo cuocere a fuoco molto и убавим огонь, piccolo, и таким образом per due ore.
2 часа. То есть представьте, мы с вами сейчас будем наблюдать за этим процессом 2 часа. И ogni tanto si controlla. Вообще история рагу, конечно, очень интересная. Сандра только что сказала. Опять повтори, как? Come si chiama in francese? Ragoutier. Рагутер. И что означает? Просто тушеная. И это во Франции, знаете, относилось и к мясу, и к рыбе, и к овощам. Нарезанные небольшими кусочками и приготовленные очень медленно, с обильными приправами. Вот это было самое важное. И потом подавалось к любому блюду. Это чисто французское рагу. Когда рагу пересек у нас Альпы, он стал самым настоящим королем на банкетах богатых сеньор. Для менее богатых семей, ну, только в праздничные дни. Поэтому изначально рагу, видите, готовили из больших кусков мяса. Как же так произошло, что мы с вами сейчас уже готовим именно с машинатом. А произошло это все как раз в Болонье, когда Альберто Альвизи был такой повар тогдашнего кардинала Имулы. Город Имула, наверное, вы знаете, где находится. Это в провинции Болонье, там, где автодром Феррари. И в конце 17 столетия именно он приготовил первое настоящее рагу, которое подал своему архиепископу на большой тарелке с макаронами. И с тех пор рагу стал самым классическим итальянским соусом. Но в кулинарных книгах Эмилии Романи, представьте, отмечали как праздничное блюдо, то есть только по праздникам. И оригинальный рецепт хранится 17 октября, представьте, 1982 года в торговой палате Болоньи. И вот здесь, Сандро, наверное, ты тоже помнишь. Сандро, forse te ti ricordi nel periodo del fascismo, no? Quando Mussolini voleva cambiare il nome di questo ragù. Вообще, такая очень интересная история была в период Муссолини, когда Муссолини хотел поменять название рагу, ему уж совсем не нравилось такое чисто французское название, и он попытался его итальянизировать, давайте скажем так. И вот термин, который он взял, был как? Non ti ricordi, Sandro, come? Муссолини, praticamente, la parola ragoutier francese non è che la digeriva troppo, ecco. E allora ha tagliato dicendo ragù. In Italia è ragù. Ragù, che poi è diventato ragù, perché ragù era un po' troppo ignorante. Era emiliano Mussolini, perciò era dell'Emilia Romagna, perciò ecco perché non li piaceva. Capito. Потому что Муссолини вообще был оттуда, с тех краев. Allora. Поэтому ему и не нравилось чисто французское название. Но в любом случае, даже если он изменил само название, вкус-то не изменился бы. Остался бы прежним, поскольку рагу хоть и имеет такое французское происхождение, но сердце-то имеет итальянское. Вот оно что, самое-то главное. Окей. Allora, ora questo comincia a bollire, eh? Al momento comincia a bollire, appena preso proprio tutta la bollitura, si abbassa il fuoco. Подожди, Санто, ну, troppo veloce. Мы дошли до этого момента, когда начинает наш соус закипать. Окей. Мы-то слышим его, а вы, сейчас я покажу вам. Poi, vedi, ora bolle. Comincia a bollire. Вот, смотрите, видите? Comincia a bollire. А цвет, обратите внимание, какой цвет. Прямо уже хочется этого соуса попробовать. Poi, quando è pronto, abbiamo tutta la roba qui, eh? Спагетти, тагнателле, макароны. Ну, пока приготавливается, давайте-ка посмотрим, с какой пастой можно приготовить. Окей, дай, Сандро, посмотрим. Allora, queste sono pappardelle. Тагнателле. Тагнателле. Вот классическое рагу болоньезе преподносит только с этой пастой. А поэтому, если пойдете в ресторан, например, то можете спокойно. А болоньезе вас спросит тагнателле, спагетти. Oppure макарони. Макарони? Да, смотрите, макарони. Questi sono i maccheroni, eh? Questi sono maccheroni. Короткие мы их называем. Questi sono gli spaghetti. Non sono macaroni, spaghetti. E noi cosa amiamo, Sandro? Eh? Мы любим номер три. Questo spaghetti number four. Ma noi
А ночи пьяче. Раз, два, три, четыре пьяце. Номер пьяце. Номер пьяце. Номер пьяце. И это номер три. Раз, два, три. Номер три. Это третий номер. Три. Questo è penne. А qual è la differenza fra numero uno, numero no, zi, allora, numero uno è per il brodo. Fini. Значит так, будем немножко еще разбираться в барилле, потому что барилла – это та самая паста, которую просто обожают итальянцы. Она вся пронумерованная. Номер один – это как раз для бульонов. Il numero più è alto, più lo spaghetto è grosso. И чем номер больше становится, тем сам спагетто становится потолще. Questo è il 3. Меняется в размерах. Вот размер, номер это размер. Поэтому 3 нам per il ragù, нравится. Per il ragù è il migliore spaghetto è il numero 5. Вот идеальное, он говорит, рагу это номер 5. А может, oppure c'è anche il numero 9. Numero 9. Numero 9 sono bucatini. Ah, номер 9 это bucatini, это как наши макароны. Perché sono bucati. Да. Sono bucati. Bucatini. С дырочкой, видите? Fa vedere. E io sono grossi. Non fa vedere buco. E buco è qui, Rina. Там дырочка внутри. Questo è il numero. Come si chiama bucatini? Guarda, numero 3. Number 3. Last 3. E numero 9. Guarda la differenza. Ah, che differenza. Видите, номер 3, он какой, а номер 9 толстенькие такие, как нам нравятся вот макарошки. Окей. Макароны. Ma comunque qualsiasi pasta con ragù è buona. Ну, вообще любая паста с рагу, вообще все вкусно. Абсолютно. Troppo alto. Ancora va bene. Adesso, vedi come bassa la fiamma. Guarda come basta la fiamma. Все, вот, la fiamma, come adesso basta, basta, basta. Первый процесс уже у нас прошел, мы сделали поменьше огонек, и вот теперь нам надо ждать 2 часа. Я когда приехала в Италию, просто удивлялась, когда звонила знакомым и итальянкам, они говорят, я говорю, чем ты занималась? Она говорит, я готовила рагу целый день. Можете себе представить, целый день готовить рагу? Да, это самое настоящее пассионе. О, via. Allora, la con nostro è pronto, l'acqua bolle. Все у нас кипит. Помните, что мы с вами делали? Да, то есть мы делали рагу и карне. Поскольку рагу болоньезе однозначно должно идти из тагиателле, мы закинули как раз тагиателле. Сделаем все как по традициональному рецепту. 4 минуты будут вариться наши тагиателле. Тебе что-нибудь нужно? A bisogno di qualcosa che prendo? Niente? A posto. Раз, два, три, четыре минуты. Как у нас там дела? Come è, Sandro? Bene, bene. Tutto bene. Il nostro ragù è lì che è in fase di finizione di cottura. Можешь показать? Можешь показать? Давай покажем, какой соус у нас получился. Ого. Смотрите, какой цвет. 2 часа прошло. Мы долго ожидали этого момента. Как только маслица, видите, маслица поднялась, и мы с вами видим вот эту коричневую. Это не коричневый, а такой темно-темно-красный цвет, значит, соус уже готов. Помните, что мы добавили с вами концентрированный помидор, и именно он дает вот этот цвет. Друзья мои, я вас, конечно, попрошу, чтобы вы мне написали в комментариях, как вы сделали ваш соус, как он у вас получился. Если какие-то есть вопросы, я обязательно вам отвечу. Не забывайте, пожалуйста, о том, что мы готовим все из натуральных продуктов быстро и вкусно. Из всяких там замысловатых каких-то рецептов. Вот как мы готовим для себя на обед и на ужин, мы и показываем.
Посмотрим, что делает Сандра. Сандра у нас натирает сыр. Пармезан. А perché? Perché triti parmigiano? Metti sopra. Ah, vuoi mettere sopra? Certo. Ah. Ma non sempre serve parmigiano. No, non tutti ce lo mettono. Ну, он специально натер сыр, и не всегда он, конечно же, нужен. Это как если вам захочется, можете добавить. Я знаю, что пармезан, конечно, это проблема хорошая найти, но не пармезан, но, а не пармезан. Как я слышала, а пармиджано – это натуральный сыр, который выдерживается 2 года. Представьте, после где-то 9 месяцев уже внутри этого сыра появляются такие мелкие гранули кальция, и это означает, что сыр готов. Поэтому пармиджано добавляют почти во все соуса. Ну, это как вы хотите. Готово, Готово уже. Отлично. Перейдем на наш соус. Сколата. Facciamo come si faceva in campagna. Dentro. Так же, как делали в его семье. Все в кастрюле, где мы варили, туда же как раз наши тагиателле. Все это сейчас вместе мы перемешаем. Вот это да! Я думаю, что в каждом доме приготавливают именно в воскресенье. И дорогой Италия, она насыщается этим потрясающим запахом. Ну вот, все готово. Сейчас еще мы добавим немного соуса, наверное. Aggiungi un po' di sugo o no? Certo. Ah ah. So. Bella ricca, Vieni. Ah, è una настоящая вкусняшка. Ok. Bene. Il piatto è pronto. Guardate un po'. Ora però basta perché voglio mangiare, se no mi si fredda, mi si scosce. Ok? Все. До свидания. Все. Buon appetito. Друзья, мы приготовили себе обед. Остается только попробовать все, что мы с вами наготовили. Мы вместе, потому что я думаю, вы когда будете повторять весь процесс приготовления, наверное, тоже о нас вспомните. Поэтому я вас прошу, самое главное, если вы хотите, то, пожалуйста, можете даже делать свое видео, как вы приготовили это блюдо, и прислать мне, я обязательно его выставлю на свой канал. И что самое главное, конечно, не забудьте подписаться, жмякнуть на колокольчик, чтобы мы могли приходить к вам в гости. И до новых встреч, и до новых рецептов. Чао-чао! Чао-чао! Buon appetito! Grazie! Окей, ладно. Сейчас самое главное дать Сандру покушать. Вот это вкуснятина! Вот это вкуснятина! Привет, друзья, и снова мы вместе. Со мной, как всегда, мой муж Сандро. Привет! И сегодня мы с вами будем готовить ростбиф. Называется он домашний ростбиф или воскресный ростбиф. На самом деле, эта традиция в Италии зародилась еще в 1960 году. Ну, вообще, в послевоенные годы, когда в воскресенье собиралась вся семья, и мамы, и тетушки приготавливали этот очень вкусный ростбиф.
Сандро, расскажи нам, как мы его будем готовить, какой из припаров allora, и cosa noi dobbiamo aspettare. Semplicissimo, molto semplice. Все очень и очень просто, но настолько allora, вкусно. И мы расскажем вам все секреты, вы будете дома приготавливать. Carne. Так. Carne di manzo. Говядина. Так, говядина. Com'è carne russo? Мясо. 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 Окей, говядина. Allora. E dove noi compriamo? Perché dobbiamo dire lo, che al noi... al supermercato. Мы купили это все в супермаркете, то есть мы никуда не ходим, ни, там, ни специальные магазины. А магазин, супермаркет. Пошли купить в супермаркет. Quanto hai speso? Questa qui è... 500 грамм. 7 евро. 7 евро истратили. Лайфхаки, которые мы сегодня вам дадим, это, конечно же, приготовление аросто именно правильно. Ora cominciamo a prepararlo. Сейчас Сандра нам расскажет, как он будет приготавливать. Che la cottura del roast beef è in forno, però prima bisogna saltarlo due minuti in padella. Здесь называется аросто, которое делали его бабушки, мама tutti in famiglia, tutti. La mamma come preparava questa? Preparava in questa maniera. Allora. Сейчас он un po' di sale. Домашний вариант. Un po' di sale. Так, соль и un po' di pepe. И перец. Окей. Называется drogheria. Allora, in una padella calda con un pochino d'olio. Con un goccino d'olio. Andiamo a mettere Разогрели сковородку. La nostra carne. И положили наш красивый кусок. С трех сторон должно обжариться, но да тут или три ласки. Sì, si gira, sì, naturale. Non è 3 minuti, dipende come Dipende quanto è grande la carne. Вот это блюдо абсолютно домашнее. И вы знаете, что очень многие шеф-повара не обращали на это особого внимания. Да, 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 да. Вот сейчас он быстренько обжарится. Stavo raccontando che questo piatto è sempre di domenica che facevano. Per la domenica, per le feste, perché prima. Вообще считалось праздничное блюдо. Мясо, cosa racconti? Perché prima non è che c'era il benessere di oggi, la carne costava cara. Раньше мясо стоило очень дорого, поэтому только по выходным. Семья средняя могла себе позволить хороший кусок мяса. E l'operaio non è che guadagnavano cifre astronomiche, I рабочие зарабатывали очень мало. Quanto guadagnavano? Da fronte a oggi non si può fare paragone. Ну, и лиры, allora, quanto erano? Un operaio... Я спрашиваю, сколько зарабатывал тогда. Вот, например, его отец. Un operaio... Non ricordo. Comunque fa conto che un operaio guadagnava per 200.000 lire al mese e pagava 10.000 lire d'affitto. 200 тысяч лир в месяц, а за аренду квартиры платили 200 тысяч лир. Allora. Vabbè. Ah, c'è anche la canzone, ma quella è vecchia, vecchia. È vecchia. Irina, ora però, sì, continuiamo dopo a parlare. Allora, una volta, perché ora bisogna fare il trasbordo. Allora, lo mettiamo in una casseruola. E ci mettiamo rosmarino. И вот это сейчас такой самый интересный момент. Давайте добавим все розмарину. Прям. Poi salvia. Так, розмарин у вас есть? Salvia. Розмарин. Salvia это шалфей. Mettiamo tutto così, Prendiamo due spicchi d'aglio. Потом покажем, как это все выглядит. E no, e basta, no. Lo peghiamo. Смотрите, можете просто его разбить вот так ножом. Взяли? Si può fare anche col coltello. Coltello разбили. И можно не чистить. Sì, sì, così, così. Poi ci mettiamo un bicchiere di vino bianco. Però non sopra la carne, intorno, perché sennò la carne. Sì, non sopra, no, lateralmente, perché sennò la carne si affoga. E un pochino d'olio. Sempre un po' di luce. Sì, è un po' d'olio. A questo punto. A questo punto la andiamo a infornare.
Ну, там что остается сделать? Только все это поставить в духовку. А, 200 градусов. 200 градусов. Per mezzo chilo di carne bastano 20 minuti. На полкилограмма мяса где-то 20 минут всего лишь. Самое главное, чтобы духовка была 200 градусов. Qui abbiamo il nostro rosbif, la nostra carne e la andiamo... Мясо, e la andiamo a mettere in forno. Ora 20 minuti. E siamo a posto. Ora facciamo qualcosa di contorno. Deve mangiare insieme alla carne. И гарнир обычно приготавливают, ну, картошка. Поэтому мы с вами здесь картошку видим, а то мы любим овощи. Это баклажанчики и цукини, просто обжаренные на живом огне. Окей? Vabbè, Sandro, noi... Ma, intanto, allora, intanto tagliami il prezzemolo e prima le melanzane, no? Сейчас несколько мелангат, несколько таких ротулин, скажем так, да? Пишу. Мелангзане приготовлю. Все равно вы видите, соответственно, помытая, прежде всего, да? Ну, масло коси, масло, не хочу коси, да, вот такие вот тротули. Так, это per te, Sandro, и цукини. И Sandro их просто обжарит на огне. Потом цукини тоже взяли, и вот такими тоже кусками мы их обрежем. Sandro, cosa stai preparando? Allora, sto preparando dell'aglio. Sandro сейчас приготавливает как раз соус, чтобы мы потом смогли полить наши баклажанчики и цукини. Сейчас мы нарежем прицелом. Эта приправочка очень легкая, чеснок и оливковое масло. В Италии без оливкового масла народ просто не живет. И когда вы это все подадите за росту, ваши гости побывают, скажем так, в Италии. Окей. Vai, metti dentro. А, все, это я сюда. Все. Mettiamo l'olio. Приправочка вот такая может пригодиться вам всегда. Anche se Irina non vuole, ma io ci metto anche un peperone. Я бы не рисковала, да, потому что okay. Все-таки, ну ладно. Ура, вот рискиамо. Этот красный перчик, он очень сильный. Поэтому будьте внимательны. Много его не надо. Вообще, Sandro целый перчик положил. И это будет... Anche un pochino di sale, perché sennò... Это будет, конечно, сильно. Ну ладно. Окей. Okay. Все, это мы сделали. Ora, ma è molto semplice, guarda, semplicissimo. Okay. Allora, via, andiamo a sfornare, Irina, per favore, mi passi il coltello e anche il coltello, per favore. Il coltello a posto. Ah, si muove un cacchio in sonno. Il suo, belli, vecchio spettino ai signori. Poi. Per le strade intorno al porto. Vediamo un po' come è dentro. Ah. Oh. Vedi? Cosa? Bello. Questo è il rosso. Questo è il rosso. Это самое настоящее. Что-то лагата вики меня чека. Это розбив, так розбив. Ладно. Это то, что надо, так. Ладно. Тяньте профум. Сейчас мы все это на тарелочку. Окей. Отлично. Есть такая интересная легенда, я когда ее нашла, просто смеялась, что жаркое родилось в Китае. Много лет назад, когда Бобо, такой жизнерадостный сын свинопаса, поджег семейный сарай и случайно пожарил молодых свиней. Родителям ничего не оставалось делать, как питаться останками этих животных. Вот так и появился розбив, на китайский манит. Поэтому мы сегодня и впечатляемся вот этим уникальнейшим просто. Perché sei da cucchiaio? Ah,
весь вкус придает росту именно вот этот соус. Это самое, что ни на есть кика. Прежде тут только забьем у факты. Что мы приготовим? Алло, прецемоло. Чеснок, оливковое масло и пепперончино. Чеснок, оливковое масло, петрушка и вот вам и приправа. И надо вам метри супер-мёстры. Петрушечка дает свой красивый зеленый цвет. Ну, а все остальное только ланзаны и цукини. Будет так это аппетитно, пикантненько. А может, Сандра добавит петрушечку? Бе, в questo punto... Ты уже сразу есть хочешь? Vuoi mangiare? Да. Ты prepari per te stesso? Questo sì, poi dopo lo mangio io. Как вот могли okay. знаменитые шеф-повара bon appetito, не обращать внимания на такой вкусный продукт? Окей. Ну, когда пойдете в ресторан, сразу можете спокойно заказывать. Сандро, quando vanno presenti in un ristorante, loro come devono dire? Розли. Окей. На английский манер. Раз уж англичане придумали первые, то и оставим им приоритет. Ну, вот, друзья, мы с вами и приготовили домашний розбив, или, как его еще называют, воскресный розбив. И... Сандро, ура! Сандро! Еще. Да, пока. На здоровье. На здоровье. На здоровье. Розбив подается, конечно, с красным вином, поэтому Сандро, как обычно, заканчивает своими граммчиками, да, скажем так, окей. Ну, друзья мои, я вас очень прошу написать мне в комментариях, как у вас получилось. Будем готовить вместе. Но для того, чтобы готовить вместе, мы должны, ну, давайте скажем так, не забыть подписаться okay. и нажать на колокольчик, иначе мы с вами не встретимся и в гости мы не сможем к вам прийти. До скорых встреч, мы с вами не прощаемся. Ирина и мой муж Сандро. Сандро. Пока, до свидания. Окей. Отлично. Очень вкусный соус из кабана. Поэтому, если в ваших супермаркетах вы найдете замороженное мясо кабана, сегодня мы вам покажем, как из него сделать очень вкусное жаркое. Перед приготовлением мы замаринуем нашего кабанчика, поскольку любое мясо дикого животного необходимо выдержать в вине по меньшей мере 8 часов. И лучше вымыть его не в чистой воде, а в вине, разведенном водой. Начнем. Для маринада нам понадобятся 2 большие моркови. Мы их разрежем на 3 части. Возьмем одну большую луковицу, сельдерей, две дольки чеснока, раздавим ножом, немного шалфея, розмарина и черного перчика горошком. В супермаркетах продаются вот такие упаковки замороженного мяса кабана. Если покупаете свежее, то только у ваших знакомых охотников, которые знают, как обращаться с мясом свежезабитого животного. Любое мясо, даже самое лучшее, необходимо фруларе, то есть выдержать несколько дней, чтобы мышечные волокна расслабились.
Упаковочное мясо продается уже выдержанное, а после заморозки оно становится более нежной структуры. Откроем упаковку, мы за нее заплатили 8 евро. Здесь 500 грамм хорошего мяса. Большие куски разрежьте пополам, перемешайте, и не солите. И сейчас мы зальем все это красным вином. Vedete? Non ci vuole né sale niente, così com'è, con questi odori che ho messo io. E andiamo a coprire tutto con il vino rosso. Оставим наше мясо на маринование где-то на 8-10 часов и завтра будем приготавливать. Signori, buongiorno. Ci siamo lasciati ieri sera che abbiamo messo a marinare il nostro cinghiale e ora stamattina andiamo alla preparazione. Вчера мы все замариновали, а сегодня мы показываем сам процесс. Innanzitutto dovete preparare un trito di carote, cipolle e sedano, come questo. Вот, как всегда, нам понадобится морковочка, лук и сельдерей. E due spicchi d'aglio. И чесночок. Due foglie di. Два листика лаврового листа, розмарин и шалфей. 400 граммов di pomodoro. Di passata di pomodoro. 400 грамм томатного соуса. Un bicchiere di vino rosso. Стаканчик красного вина. E dell'acqua calda o del brodo vegetale. Горячая вода или бульон. Allora, il nostro cinghiale che abbiamo ieri sera messo a marinare con il vino, con tutto. Маринад, в котором мариновалось наше мясо 10 часов, мы сольем. Che abbiamo scolato il nostro cinghiale dal vino. Выложим в другую кастрюлю без приправ, которые были в маринаде. Видите, мясо стало красивого винного цвета. Это мясо мы поставим на огонь, закроем крышкой и оставим на выпаривание, чтобы удалить влагу из мяса и запах дикого животного, если он еще остался. В этой приправе не тушите. Возьмите плоскую посуду, это намного удобнее. Закройте крышкой, поставьте на огонь. Между тем мы приготовим пассировку. Возьмите оливковое масло или какое вам нравится, и затем добавьте нарезанный лук, морковь и сельдерей. Если у вас нет времени приготовить пассировочку из свежих овощей, вы используете замороженное. Вот то, что он сейчас как раз и сделал. Сейчас и чесночок добавит. Розмарин и шалфей используйте цельные веточки, потом мы их уберем из пассировки. Как всегда, лаврушечка, видите, лаврушечка всегда используется с мясом. Il nostro soffritto deve stare a cuocere 5-10 minuti. Ну, как обычно, 10 минут мы прожарим нашу пассировочку. Allora, perfetto. Quanta acqua tira fuori? Guarda. И вот смотрите, мы поставили мясо кабана на тушение без всего абсолютно для того, чтобы вышло все вино и вся жидкость. E questo? Нам нужно его немножко подсушить, скажем так. Ora noi andiamo a riscolare un'altra volta. Si riscola, si ributta via tutta questa acqua. Не дожидаемся, что вода сама выпарится, а мы ее просто сливаем. Perché se no c'è tutto l'amaro. Если не сольете, то останется горьковатый вкус. А это нам абсолютно не надо. Mi raccomando che non bruci, se no piglia tutto l'amaro. Самое главное не пожарьте очень сильно нашу кусочку, да, чтобы лук не горел. Questo qui deve fare almeno due volte il passaggio dell'acqua, due o tre volte. Обязательно наблюдайте за мясом и каждый раз, когда появляется такой сок, вы его сразу сливаете. Guarda, ancora dell'altra acqua fa, guarda. Guarda quanta acqua fa, sempre. Vedi? Sempre l'acqua. Опять, видите, водичка появилась, но ее уже меньше. Poi andiamo a riscolare. Era l'ultima. Как говорится, Бог любит Троицу, поэтому на третий раз поставили. Andiamo al terzo passaggio e siamo pronti poi per essere
per essere cucinato. L'acqua non ce n'è più ora. Ora non ce n'è più acqua, quindi l'acqua è andata via tutta. Vedi? Вот воды уже больше нет. Видите, все выпарилось. Но все равно нужно слить то, что есть. Для чего это нужно? Чтобы не оставалось горечь. Потому что все-таки это кабанчик, это не мясо говядины. Сельвадж, что здесь называется? И сельва, браво, и сельва. Сельваджина. Allora, anche il nostro soffritto è pronto. Si toglie l'alloro. Убираем, видите, лавровый листик, сальвия, все это мы вытаскиваем. И розмарин. Розмаринчик. Я розмарин, diciamo, buttiamo dentro cinghiale. Все, и наш кабанчик пошел. Ci buttiamo un bicchiere di vino a sfumare. Facciamo sfumare. Залили красным вином, помните, да? Мы взяли всего лишь один стакан. Залили, сейчас это все будет выпариваться. Я сейчас вспомнил. Appena che il vino è sfumato. Сейчас вино все выпарится. Что будем делать дальше? Cosa facciamo dopo? Ci mettiamo la passata di pomodoro. И потом следом туда пойдет томатный соус. Andiamo a mettere. Ага. Вот наша помидорка пошла. Il nostro... Passato pomodoro. Passata... Я потом вам напишу, как это произносится на итальянском языке. Sì, è pomodoro, passata di pomodoro o anche pomodoro. Соус томатный. Помидоры, пецеттони. Ci mettiamo subito un po' di... A coprire. Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Ecco. Все, смотрите, мы закрыли наше мясо. E lo mettiamo a piano, piano, piano. Медленно, медленно, медленно. Сколько? Almeno 3 ore. 3 часа. Ora che ore sono? Ora sono le 9:30, a mezzogiorno e mezzo. 9:30. В 12:30 уже будет готово. Allora, la cosa molto importante. Voi dovete controllare sempre che il cinghiale sia coperto. Важно, чтобы ваше мясо всегда было покрыто бульоном. Aggiustate un po' di sale, un pochino di pepe. Через полтора часика приблизительно добавьте соль, добавьте перец по вкусу. Alla fine della cottura, che vedete che il cinghiale è morbido. А уже в самый последний момент. L'ultimi 10 minuti togliete il tappo e restringi un po' il sugo. E è pronto. Последние, скажем так, 10 минут уже без крышки немного потушится. Я думаю, мы добавим еще и оливок черных. И тогда это будет просто супер блюдо. А это традиционально. То, что мы вам показали, это традиционально. То есть оливки не обязательно добавлять. La cosa importante, mi raccomando, fatelo cuocere piano piano. Самое главное, не торопитесь. Потихоньку, потихоньку тушится, тушится, тушится. Ну, хозяюшек не надо учить, как делать жаркое. Мы все это знаем, как делать. И мясо вы уже представляете, какое оно должно быть мягкое. Мягкое должно чуть-чуть прямо вот так рассыпаться. Но все-таки комочки цельного мяса должны оставаться. Наше жаркое из кабанчика тушится. А вы не забудьте прислать мне ваше видео, чтобы я могла посмотреть, как вы справились с этим заданием. Ну, на самом деле это не задание, а просто наше развлечение, правда? И не забудьте подписаться, конечно же, нажмите на колокольчик, иначе мы не сможем к вам прийти в гости. Прошло 2 часа, и мы сейчас будем загружать наши оливки. Давай, Сандро. Allora, Irina, ora sono passate 2 ore, eh? Il nostro cinghiale sta cuocendo. Посмотрим, как у нас получилось. E ora noi затянулся соус. Ci mettiamo. Fai vedere un pezzettino com'è. Un uso mietti, già morbido o no? Abbastanza, però ci vuole sempre un'oretta, almeno sempre un'ora. Ci c'è nada. È già morbidino, però ci vuole sempre un'oretta, piano piano. E noi dobbiamo fare le olivocchi. Io a questo punto, siccome a me mi ci piace, ho ricevuto le olive. Buone, sai. Cusna. Cusna. Butto, eh? Butti, butti. E ora? Facciamo cuocere un'altra oretta e poi a questo punto il nostro cinghiale è pronto e voi lo potete mangiare. Eh?
полента, пататы, ризо, qualsiasi cosa, окей? Вот теперь вы знаете, как его приготавливать. Еще на часик мы его оставим в покое. Все. Vai. Мы завариваем поленту, кукурузную муку, для того, чтобы показать, как можно подать жаркое из мяса кабана. Сейчас у Сандры уже будет готово. Две минуты я пробую. Помните, полента – это кукурузная мука. Вы найдете ее в магазинах. Стоит она очень дешево, но ее можно подавать не только с мясными, но и с овощными рагу, с тушеными овощами. Allora, come? Pronto. Густеет? Готово. Готово? Yes, да? Sir. Ну, давай. Yes, хорошо. Allora, il nostro cignalino. Смотрите, какая вкусняшка. Ой. Блин. Смотрите, какой насыщенный цвет. И с оливочками. Наш блюд готов. Qui c'è sempre, però. C'è sempre, il cinghiale. Ну-ка. Сколько еще осталось? Присылайте мне ваши видео, и я с удовольствием посмотрю, как получился у вас этот рецепт. Не забудьте подписаться и, конечно же, жмякнуть на колокольчик. Я буду приходить к вам с новыми рецептами и будем вместе создавать новые блюда. Вы в России, я здесь, в Италии. Помните, как называется наша идея, да, итальянские блюда из российских продуктов. Чао-чао! Пока! И buon appetito! Сладкое, которое мы сегодня с вами сделаем, готовят очень многие итальянки. В итальянских домах обычно сухофруктов зимой хоть отбавляй, покупают постоянно. Сейчас я покажу вам рецепт, который мы очень любим дома, и используя инжир и финики. Здесь они называются даттери. Начиним мы эти сухофрукты очень простым сыром, маскарпоне. Вы его найдете в супермаркетах, окей? Красиво так оформим. Я просто взяла обыкновенную карту станьола и вот так вот зажимаю уголки. И наша тарелочка уже украшена. Первое, что мы сделаем, промолим наши орехи. Это грецкие орехи. Все. Наверное, грецкие орешки, которые я сегодня утром почистила. Сейчас мы их промолим. Ну, немного. Не до крошки. Надо, чтобы обязательно внутри чувствовалось, что это орех. Вот такой вот консистенции. Чтобы они ощущались. Все, здесь у нас тоже готово. Все очень быстро делаем. Смотрите, фики я уже открыла. Вы выбираете большие, вытаскиваете косточку и все. Мы берем ножичком. На сколько человек вы рассчитываете? Ну, посадите кого-нибудь, чтобы вам тоже помог вот так вот заправить. Можно два варианта. Просто, чтобы сверху были орехи. Давайте три таких сделаем, а три других. Мы их закроем просто. Тогда будут настоящие фики. Я ничего не замачиваю. Как продаются в магазине, так я их и использую. Вот, все. А вот такие побольше мы можем даже закрыть. Закроем, и там маленький сюрпризик. Можно тоже положить кусочек
ореха туда, вовнутрь. Да? Так вот, смотрите. И закрыть. Мы их поставим. Раз. Но это лучше, когда вот такие большие. Не скучаете, нет? Как настроение? Настолько быстро все это приготавливается, что я успею сегодня днем еще в парикмахерскую сбегать. Ну, последний давайте сделаем. Разнообразие для нас самое важное. И мы должны удивлять наших гостей. Все делаем экспромтом. Инжир мне очень нравится, но когда мы его покупаем в такой вот упаковке, видите, какой он бедненький, сплюснутый весь. Мне прямо его жалко становится. Так вы его помните. Немного с ним так пообщайтесь, можно сказать. И он придет в свою форму, скажем так, придет в себя. Наш инжир немного расслабился, можно сказать, в наших теплых руках. И теперь мы будем с ним работать. Смотрите, берем чуть-чуть, вот так надрез делаем. И потом открываем внутри. Ничего не вытаскиваем оттуда, просто немного с одной и с другой стороны мы его помнем. Заполняем его, закрываем. Опять приводим его в его состояние. А вот эту пипулечку окунаем. Вот так просто проворачиваем. Вот, видите, так, чтобы много было шоколада. Вообще люблю много шоколада. Ну, давайте еще один сделаем. Так, начиняем его. Ну, это недолго все делается. Если вам дома кто-то еще поможет, то вы сделаете намного-намного быстрее. Все, самое главное, вот, смотрите, чтобы формочка у него была. Его. И все. Упс. Мне прямо не терпится все это уже съесть. Вкуснятина. Еще сделаю так, чтобы не оставлять уже. Не забывайте, пожалуйста, присылать мне свои видео, как у вас получилось. В комментариях, пожалуйста, пишите, если что, может быть, непонятно. Ну, вроде как здесь все понятно. Но все равно иногда бывают такие вопросы, которые даже не ожидаешь. Не стесняйтесь, пишите. Чтобы мы не расставались с вами, не забудьте подписаться, кто меня смотрит первый раз. Будем готовить вместе. У меня уже много друзей, которые мне пишут. Даже с севера, представьте. Интернет нам всегда помогает быть вместе. Черный шоколад. Немножко горечи, немного сладости. Все как у нас в жизни. Все бывает. А здесь у нас вся палитра вкусов. Опа. Все, ребят, сделаю последнее. И на этом мы с вами потихонечку будем прощаться. Потом летом фики будут свежие, инжир будет свежий. Кстати, инжир очень вкусный с колбасой. Ладно, не сейчас, потом. Все эти. Ну вот, смотрите, мы с вами построили целый оазис. Когда застынет, посыпьте сахарной пудрой. А это тоже будет как снег. Смотрите, какое чудо. Ну как можно отказаться от таких сладостей? Да вас трижды полюбят дома. Особенно дети. Все, мы с вами готовы. Смотрите. Ну что, друзья мои, до следующих встреч. Пишите мне в комментариях, что вам понравилось, что вы хотите еще увидеть. Подписывайтесь, мы обязательно будем готовить очень много и очень вкусно. Самое главное, чтобы мы с вами никогда не расставались. Поэтому до встречи. Чао-чао.
А сейчас мы попробуем приготовить рецепт, который описал Мартино де Росси, придворный повар Франческо Сфорца. Хочу вам сразу сказать, что я заглянула, конечно, в интернет, посмотрела, какие там есть варианты, но все-таки тосканский рецепт самый оригинальный. Это очень простой рецепт из самых простых продуктов, поэтому давайте посмотрим, что же нам для этого понадобится. На 200 грамм риса мы возьмем 250 грамм молока, 250 грамм воды для того, чтобы нам сварить рис, и затем охладим его и будем заправлять. Для этого мы возьмем с вами 2 яйца, сливочного масла, 100 грамм сахарного песка, 60 грамм приблизительно муки, 30-40 грамм уже замоченного изюма. Для вкуса мы добавим ванилина и цедры лимона и апельсина. Все соединим вместе и замесим наше тесто. Я представляю, как в средневековье женщины радовали своих домочадцев такими сладостями. Буквально за 5 минут мы сделали с вами тесто. Нам осталось добавить только цедру лимона и апельсина. Опять же, не надо много. Половина лимона этого будет достаточно. Самые вкусные ароматы. Так. Запах стоит настолько потрясающий. Добавим еще ванилечки. Так, чуть-чуть. Я люблю все эти запахи. Наверное, вы тоже. Вот. И все у нас готово. Сейчас мы все перемешаем и пойдем жарить. Но крест и радость любой кухни – это фритюра. Вкусный, но не всегда полезный способ. И поэтому главное правило – это выбор масла. Я уже поставила сковороду, масло уже у меня подогрелось. Я вам советую не использовать оливковое масло, потому что при нагревании оно будет горчить. Можно использовать подсолнечное, можно использовать кукурузное, но я использую специальное масло для фритюры. И сейчас уже разогрелось очень хорошо сковорода и масло. Берем вот такую ложечку и просто их туда загружаем. Ну, невероятно! Ну, солнечные шарики! Просто рождаются перед нашими глазками. Так, сейчас мы немножко подождем. Буквально несколько минут. Вот они уже и поджарились. Запах стоит великолепный. Здесь и лимон, здесь и апельсинчик чувствуется, и ванилечка. Сейчас мы выложим на кондитерскую бумагу, дадим стечь маслу. Ну, чувствуется, что они воздушные внутри. Вообще цвет, конечно, потрясающий. Немного поближе вам покажу, чтобы было видно. Да, смотрите, какое. Так хочется попробовать. Ну, я терплю. Вот вам и фритылечки. В средневековье ели. И мы с вами поедим. Приятные солнечные колобки. Ну, будем называть их фритыльки. Так, как надо называть. А эту я сделаю, как раньше делали в средневековье, оладушки. Чуть побольше. Достаточно примять. И мы сразу с вами попадем в средневековье. Вот это прелесть. Ну, просто радует глаз. А времени мы с вами затратили совсем чуть-чуть. Правда? Буквально 10 минут мы с вами сделали тесто. Поджарили. 10 минут. Как всегда, мы с вами укладываемся в 20 минут. Наверное, вам тоже уже нравится так быстро готовить. Быстро и вкусно. Наши фрители или рисовые шарики уже готовы. Теперь нам остается только их красиво подать на стол. И сейчас мы будем их украшать. Выкладываем по одному. Они еще теплые. И как
каждый посыпаем. Очень важно посыпать сразу, потому что рис еще впитает сахарную пудру и придаст совсем новый вкус, еще один аромат. Ну как? Все очень быстро, вкусно, правда? И на самом деле очень легко, вы можете это приготовить даже со своими детьми. Ну, представьте, шарики надела, да? А детям нравится это. Сверху положим еще несколько, так, чтобы создать пирамиду. А оладушку помните? Вот она. Мы ее тоже сюда положим. Оладушку. Опа, все. Ну, вы посмотрите, какое чудо. Ну, и мирабилия, самое настоящее. А, побольше. Я очень люблю много сахарной пудры. Мне всегда ассоциация складывается такая, знаете, со снегом. Так, и изюминка всего этого. Изюм. Все. Мы сделали самый оригинальный рецепт 15 века. Привет, друзья! И снова мы вместе. Сегодня мы с вами приготовим самое простое и вкусное сладкое. Я посмотрела в интернете, есть несколько вариантов, но такого тосканского на самом деле не нашла. Поэтому я решила для вас сегодня приготовить очень интересное сладкое блюдо, которое называется черные и белые трюфели. И нам не нужно идти в лес, собирать эти грибы. Всего лишь 3 ингредиента. Все очень и очень просто. Я приготовила вам на столе все, что нам нужно. Смотрите, мы возьмем с вами творог. Это основное. 450 грамм у меня здесь творога. Нам понадобится 100 грамм всего лишь сахара. То есть здесь я как раз отмерила. Я использую в основном коричневый. Затем кокосовая стружечка нам понадобится. И какао in polvere, да, то есть это какао. Начнем приготавливать. Возьмем творог. У меня здесь 450 грамм. Так, творог должен быть не жидкий. Лучше, если вы возьмете творог немного сухой, но в любом случае уже такой консистенции как раз нам подходит. Мы добавляем сахар, все это перемешиваем. Никаких миксеров, ничего не надо, просто вот так размяли, все равно он сейчас разойдется. Здесь у меня по рецепту нужно 250 грамм, поэтому здесь как раз у нас и есть 250 грамм. Все это высыпаем. И все это перемешиваем. Должна получиться такая очень хорошая масса, которая должна бы удержаться. Потом возьмите все это, конечно же, руками, потому что быстро это будет, намного, намного быстрее. Вот так вот намяли. Я почему взяла так много? Потому что мы с вами будем готовить два варианта, да, то есть белые и черные трюфели. Я посмотрела в интернете, там есть творожные шарики, они называются, с кокосовой стружкой, но очень уж много добавляют разных ингредиентов, которые абсолютно не нужны. Вот масса у нас уже готова. Видите, она стала такая хорошая, плотная. Сейчас я попробую. Замечательно. Я люблю добавлять немножко лимончика.
Ну, сейчас я этого делать не буду, потому что не всем нравится. А вкус такой получается очень интересный. Что мы делаем? Вот так разделяем и делаем вот такие колбаски. Я сейчас вас научу, как очень быстро накручивать шарики. То я смотрела, что хозяюшки берут по кусочку, потом накручивают. На самом деле есть очень-очень простой способ. Смотрите, смочите в воде руку, да, чтобы не прилипало, и накручиваете вот такие шарики. Да? Если чувствуете, что прилипает, опять намочили. Можете делать большие, можете делать поменьше. Почему сделала я вот эти большие? Потому что мы же, когда будем их выкладывать, будет очень красиво смотреться, как пирамидкой. Сначала большие, а потом маленькие. Так? Ну, пусть вот этот большой у нас останется. Все. И мы с вами накручиваем. Раз. Накрутили. Опять, если надо, смочили. Немного. И все. Вперед. Правда, быстро? Знаете, я когда этот рецепт увидела, одна моя знакомая, итальянка, она делала постоянно, потому что очень нравилось детям. На самом деле, это очень, очень вкусная меренда. Я когда жила в Петербурге, мне очень нравились вот эти творожные пломбирчики, или как они называются, с глазурью шоколадной. Даже сейчас, когда приезжаю, всегда бегу в магазин и скорее их покупаю. И когда я увидела этот рецепт, я подумала, о, так на самом деле это то, что мне и надо. Самое, что ни на есть, вкуснятина. Так, смотрите, что у нас с вами получилось. Все, накрутили. Это готово. Но у нас же осталось еще. Нам нужно буквально 20 грамм. Возьмем какао. Да? 20 грамм. Чуть-чуть даже побольше можно давать вот так вот. Опять мы все это дело замешиваем. Сейчас у нас будет черные трюфеля. А рецепты, которые я видела, там добавляли сгущенку, еще что-то. Но мне это не очень понравилось. Я вообще люблю, чем меньше ингредиентов, тем лучше. В какао немножечко руки испачкаем, да? Зато потом, когда будут есть ваши гости, скажут, о, такого мы еще никогда не пробовали. Я вас уверяю, вот такого рецепта я не видела. Вы можете сюда добавить, если хотите, даже орешки. То есть это на ваше усмотрение. С орешками тоже очень вкусно. Но я опять же, я очень люблю немножко, чтобы ощущался лимончик. Поэтому всегда добавляю лимон. Ну, здесь творог. Мы его съедим. Вы только его на стол поставите, у вас этих шариков уже не будет просто-напросто. Поэтому все. У нас мы накрутили. Не обращайте внимания на мои руки. Да? И опять делаем то же самое. Смочили. И поехали. Сейчас я руки вымою. Помою. И вот смотрите, какая прелесть получается. Опять сделаем большие. Кто пришел к нам в дом? Кейки, минуту! Мой муж пришел. Кстати, потом у меня будет отдельная встреча наша. И будем готовить абсолютно разные шарики, потому что вариантов настолько много, что можно вообще фабрику открыть и приготавливать только эти трюфельные шарики. Смотрите, какое чудо у нас тут получается. Я их делаю чуть-чуть побольше. А вы можете разных размеров делать это по вашему усмотрению, хорошо? И опять накручиваем. Называют трюфеля, и на самом деле черные трюфеля, они так и выглядят.
И белые тоже. Приблизительно так. Кстати, будет у меня очень интересный ролик уже в январе месяце. Потому что в январе пойдут белые трюфеля. Я обязательно вас познакомлю с миром этих прекрасных грибов. Опс, все. Для того, чтобы красиво подать, нам с вами понадобятся опять же те же самые ингредиенты. Кстати, вы можете поставить прямо в холодильник уже красиво оформленные, чтобы потом не перекладывать, потому что они же нежные, очень деликатные. Смотрите, что мы с вами сделаем. Я уже приготовила заранее. Я взяла обыкновенную бумагу для выпечки, вырезала ее. Вырезать это очень просто. Сложили квадратик, потом этот квадратик еще раз сложили и просто обрезали ножницами. И у вас получится вот такой очень красивый цветок. И мы сейчас с вами на этот цветок будем выкладывать нашу прелесть. Сейчас, секундочку. Будем выкладывать наши конфеты. Так. Обычно я делаю так. Красиво оформлено, вот таким образом. Теперь что мы с вами делаем? Беленькие, да, мы обваливаем в кокосовой муке и выкладываем. Еще можно их немножечко сформировать. Они твердые, поэтому ничего с ними не случится. Те, которые поменьше, вы сверху их ставите. Смотрите, какая вкуснятина получается. Вкусный Рафаэлло. Я когда первый раз попробовала Рафаэлло, я сразу поняла, что это все можно сделать дома. Поэтому вот мы с мамой и сообразили. Пирамидка, ничего такая получилась? Ну, смотрите, какое чудо. И потом сверху вы еще немного посыпаете. Вот. И мы с вами уже одну часть сделали. Теперь то же самое, немножко ручки придется попачкать. То же самое мы с вами делаем. Вот, обваливаем, просто обваливаем. Смотрите сразу, какой цвет появляется. Настоящий черный трюфель. Смотрите, разве это не чудо? Мы с вами за каких-то 15 минут сделали сладкое. Откуда появился этот рецепт, я не знаю. Я сразу вам скажу. Не знаю, готовили в средневековье что-то подобное или нет, не могу сказать. Но можно оставить вот так, как вы видите. А можно обсыпать опять сахарной пудрой сверху. И будет такое ощущение, как будто это снег. Как у вас настроение? Не поднялось? Скажете, о, так легко и так просто. Ну, подождите, мы сейчас с вами еще приготовим кое-что очень и очень вкусное. Все, не чудо ли, смотрите. Потом вот эти вот брызги черного мне тоже очень нравятся. Давайте попробуем все это посыпать. Смотрите, какое, какой вид. Как будто снег. Обожаю это сладкое. Все, мы с вами можем вот этот очень красивый цветок немного вот так сжать. Видите, когда на стол будете подавать. Можете еще что-то приукрасить, но это для того, чтобы подержать в холодильнике. А вы можете еще сверху чем-то украсить. Да, ну что? Наши сладенькие готовы. Смотрите, какое чудо. Как вам? Супер, правда?